Самойлов! Я же просил тихо, я тебя убью! Пустите, давай в дом! Самойлов, там посмотри. Открывай. Вот. Вы Наполеон? Где Наполеон? Мерт. Я тебе дам, мерт. Где твой император? Самойлов, что там? Ты ж зараза. Ваше благородие, ваше благородие, живы? А? Вот, Самойлов, держи. Поймал ты своего Наполеона. Уходи, слушайся. Самойлов, говорил, давай ближе коней привяжем. В войсках русской армии был распространен словесный портрет Наполеона. Адмирал Чичагов приказывал: для вящей надежности ловить и привозить ко мне всех малорослых. Что там такое? Партизаны, сир. Проклятая страна. Партизаны и казаки мечтали поймать врага рода человеческого, устраивая засады и совершая налеты на французские части. Как и все его солдаты, Наполеон мечтал сейчас об одном – уйти из России живым. В ноябре 1812 года на реке Березине русские войска добивали остатки французской армии императора Наполеона. Всего несколько месяцев назад полумиллионное войско захватчиков пересекло границу Российской империи. Теперь по двум мостам бежали те из них, кто не погиб в сражениях, не умер от холода, голода и партизанской пули. Так заканчивалась Отечественная война 1812 года. До полного изгнания врага с русской земли оставались считанные дни. Казалось, еще немного, и русские солдаты победителями вернутся домой. Повелитель всей Европы, величайший из полководцев, не проигравший доселе ни одной военной кампании, пытался понять, как и когда произошла эта катастрофа. Куда девалась его армия, величайшая из когда-либо созданных? Полмиллиона солдат выделил Наполеон для ведения войны с Россией. 400 тысяч человек перешло Неман летом 1812 года. Из них до Смоленска дошли 185 тысяч, до Бородинского поля – 140. Лишь 95 тысяч вступило в Москву. После бегства из Москвы перед Березиной Наполеон еще имел около 40 тысяч человек. А всего через три дня после переправы в строю числилось 9 тысяч боеспособных солдат. Просторы России поглотили великую армию, словно ее никогда не существовало. Солдаты его армии, офицеры и даже маршалы понимали, что это конец. Конец кампании, конец войны. А возможно, и конец великого Наполеона. Но сам император думал иначе. Я передаю командование армией королю Неаполитанскому. То есть вам, мой друг.
продолжение борьбы требует моего срочного отбытия в Париж для формирования новых войск. А что же армия? Нужно увести войска за Неман. Но, сир, без императора... Компания проиграна, Мюрат. Компания проиграна, но не проиграна война. Там, в Париже, я соберу новую армию. И мы вернемся. Мы еще вернемся. Через два дня в городке Сморгонь Наполеон попрощался со своими маршалами. Впервые он покидал их таким способом – тайно, без победных речей и торжественной музыки. Вперед! Вскоре маршал Мюрат бросил войска, передав командование Евгению Багарне, и бежал вслед за императором. В эти дни, пожалуй, лишь два человека не сомневались в Наполеоне. Сам французский император и его главный враг – русский царь Александр I. Он бросил армию на произвол судьбы. Александр, лично знавший Бонапарта, понимал, что пока тот не убит или не взят в плен, война в Европе не прекратится. С полумиллионной армией или с тысячей солдат, с дивизией или батальоном Наполеон будет сражаться до конца. И Александр готовился к новой битве. Голодные, оборванные, озверевшие от голода и холода захватчики вымещали зло на местных жителях и пленных. В своих воспоминаниях адъютант Наполеона генерал Филипп Поль де Сигюр рассказывал о жуткой сцене массового убийства пленных русских в районе Гжатска. Вечером императорская колонна приближалась к Гжатску. Она была изумлена, встретив на своем пути только что убитых русских. У каждого из них была совершенно одинаково разбита голова, и окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло 2000 русских пленных, и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки. Калинкур вышел из себя и воскликнул: «Что за бесчеловечная жестокость? Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию. Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком будет ему жестоко мстить?» Наполеон хранил мрачное молчание, но на следующий день убийства прекратились. Ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли на ночь, словно скот. Без сомнения, это было варварство. Но что же было делать? Произвести обмен пленных? Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? Они стали бы рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, яростно бросились бы за нами. Факт расстрела русских пленных подтверждает Генрих Уильям фон Росс, главный хирург 3-го Вюртембергского конно-егерского полка 2-го кавалерийского корпуса. «Нам бросилось в глаза, что здесь, посреди дороги, на некотором расстоянии друг от друга, попадались отдельные свежие трупы русских солдат, которые, по всем данным, убиты были незадолго выстрелом в голову. Мы не могли объяснить себе этого странного обстоятельства, но в Гжатске узнали, что в императорском обозе также находится отряд русских пленных. Как обоз, так и пленных эскортируют баденские гренадеры, которым отдан строгий и жесткий приказ немедленно убивать всякого пленника, если он утомится и не в состоянии будет идти дальше». 14 декабря 2013 года в Гагарине, бывшем Гжатске, силами Русского военного исторического общества состоялось открытие памятного знака и часовни, посвященных памяти 2000 русских воинов,
убиенных в плену наполеоновской армии в октябре 1812 года в районе Гжатска. «28 ноября 1812 года русская армия входила в Вильно. Вскоре туда прибыл и главнокомандующий, но население города встречало Кутузова и его войска без особой радости. «Пригласи ко мне Ермолова, голубчик. Да прикажи чаю». Всего 5 месяцев назад жители Вильно приветствовали Наполеона и его армию в надежде, что французский император восстановит польское королевство. Именно отсюда Наполеон двинул свои полки к Москве. Теперь на улицах горели огромные костры, пламя которых поглощало трупы павших лошадей и французских солдат, умерших от голода, мороза и болезней. Но Кутузова куда больше интересовало состояние его войск. Сотни верст в боях, холоде и голоде привели в плачевное состояние и русскую армию. Из 100 тысяч ее солдат до Вильно дошли немногим более 30 тысяч. Заходи, братец. Из 600 пушек осталось 200. Госпитали были переполнены ранеными и обмороженными. Не хватало продуктов и корма для лошадей. Кутузов Михаил Илларионович, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, стал главнокомандующим русской армии в разгар войны летом 1812 года. После Бородинского сражения и оставления Москвы вынудил Наполеона отступать по разоренной Смоленской дороге под фланговыми ударами русских войск и партизанских отрядов. Благодаря этому французская армия была полностью уничтожена, причем с минимальными потерями со стороны русских. Кутузова часто критиковали за нежелание действовать более решительно и предпочтение иметь верную победу, а не громкую славу. Характерно, что Наполеон, который любил презрительно отзываться о полководцах противника, избегал давать оценку Кутузову, виня в гибели своей армии только русскую зиму. Ваша светлость. Ермолов Алексей Петрович, генерал-лейтенант. Участник военных кампаний против наполеоновской Франции. Героически проявил себя в Бородинском сражении и в бою под Малоярославцем. Был ярым противником генералов иностранного происхождения в русском генеральном штабе и их стратегических планов. Настаивал на более решительных действиях и требовал незамедлительного продолжения войны в Европе. «Прикажи своему другу Платову, чтобы наков нашел. Да распорядись по войскам. Государь, думаю, скоро прибудет. Встретить надобно». «Ваша светлость, а как же наступление?» «Все хочешь Наполеона в плен взять? Его чай уже давно и след простыл. Я полагаю, он новую армию собирает. И поверь моему слову, соберет. А у нас треть всего войска. Может, оно... Наполеону 100 тысяч человек. Тьфу! А нам с тобою так. Солдатами разбрасываться не пристало. Передышка нужна. Передышка. А то ведь...
Ваша светлость, так ведь и французу передышка будет. Знаешь, что будет? Когда на Париж пойдем через Австрию и Пруссию, кто нам поможет? Пруссаки-то австрияки. Ты сам их лучше меня знаешь. Они сегодня с Наполеоном союзники, а завтра с нами. Дружить будут. А как Бонапарт силу опять возьмет, с кем они будут? Предадут нас, как и раньше предавали. Ваша светлость, я немца тоже не люблю. Ни того, что в наших штабах, ни того, что в Пруссии. Но если мы сейчас Наполеона не достанем, война еще года на два затянется. А коли мы, сломя голову, в Европу бросимся, то через 3 года опять перед Бородино стоять будем. Я русский солдат. И мне до Европы нет дела. Пускай этим государь занимается. Ступай, братец. Как прикажете, ваша светлость. Алексей Петрович. Думаешь, стар Кутузов, да труслив? Ну что вы, ваша светлость? Случись. Мы с союзниками дойдем до Парижа, да Бонапарта посадим в клетку. Сотни тысяч положим. Сил тогда ни у кого не будет, ни у австрийцев, ни у французов. Вот тут-то и появятся истинные победители. Они нас орденами своими наградят, да назад в Москву испровадят, а сами станут Европой управлять. Те самые, которые сейчас только золотом воюют. Ну, это дело государева. Прощай, голубчик. Про Ковна не забудь. Русский император ехал в расположение своих войск, зная, что Наполеон вырвался из кольца и бежал во Францию. Александр ни на секунду не сомневался, что его злейший враг не прекратит борьбу, и новая война — лишь вопрос времени. Знал император и о потерях в армии, и о бедственном положении войск и страны. Но чтобы не допустить нового нашествия, нужно было завершить начатое в России. Победить Наполеона следовало именно сейчас. Дорога до Вильна занимала 4 дня. 4 дня, чтобы еще раз обдумать план новой войны. Войны, которая должна была раз и навсегда покончить с Наполеоном. К 1811 году французская империя с захваченными государствами имела 71 миллион человек населения из 172 миллионов, населявших всю Европу. Несмотря на поражение в России и гибель Великой армии, под властью Наполеона оставались крупнейшие страны Европы – Австрия, Пруссия, Италия, Голландия, германские государства. В городах все еще стояли гарнизоны французов и их союзников. Австрийские и прусские части продолжали сражаться против русской армии. Дороги, склады продовольствия и порты Европы были защищены мощными вражескими крепостями. Лишь Испания не сдавалась Наполеону.
пятый год здесь шла война, которую испанцы вели против захватчиков. Англия ограничилась отправкой в Испанию небольшой десантной армии. Англичане участвовали в войне лишь тем, что выделяли денежные суды странам, воюющим против Франции. В своей борьбе с Наполеоном Россия, по сути, оставалась одна. Александр знал все это, но ехал в армию полной решимости победить. В это время в войска ехал еще один человек, которого знала вся русская армия. Гляди, видишь, кто стоит? Где? Да вон, у сани. Человек долга и чести, несправедливо обвиненный в трусости и измене. Человек большого мужества, которое ему пришлось проявить не только в боях, но и в неправых гонениях. Человек, усилиями которого была спасена русская армия в первые месяцы войны, возвращался на русскую службу. Барклай де Толли Михаил Богданович, генерал-фельдмаршал. В начале войны командовал первой русской армией. Проводил в жизнь идею стратегического отступления для сохранения армии. Был несправедливо обвинен в трусости и измене. После Бородинского сражения получил отпуск по болезни, покинул войска. Но продолжал терпеть оскорбления в свой адрес. В Калуге в его доме выбили окна. На приеме в Зимнем дворце с ним никто не здоровался. Однако вскоре он получил письмо от императора Александра, который признал правильность его действий, а его стратегическая линия была продолжена Кутузовым. 11 декабря в Вильно прибыл русский император. За победоносное завершение Отечественной войны, изгнание захватчика с русских земель, командующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов был награжден орденом Святого Георгия первой степени. Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия был высшей военной наградой Российской империи. Орден имел четыре степени. За всю историю Георгиевский крест первой степени получили 25 человек. Но лишь четверо стали его полными кавалерами, то есть награжденными всеми четырьмя степенями. Кроме Кутузова ими стали генерал-фельдмаршал Михаил Богданович Барклай де Толли, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский. Все четверо – участники Отечественной войны 1812 года. 12 декабря, на следующий день после прибытия в Вильно, император Александр праздновал день своего рождения. Именем Божьим нужно идти за Неман, чтобы атаковать остатки войск Наполеона. Освободить Германию и всю Европу. Установить мир во славу России. Порабощенные Бонапартом народы видят в нас надежду. Так неужто мы отвергнем руку, просящую о помощи? Ваше Величество, успехи нашей армии были сопряжены с большими потерями. Нет сомнения, мы должны помогать союзникам. Но для формирования войска потребуется время. А что думает генерал Ермолов? Ваше Величество, силы наши невелики. Но у француза они вовсе иссякли. Если медлить, мы укрепим не только свою армию, но и позволим это сделать неприятелю. Француз, Ваше Величество, сейчас слаб. Вперед, только вперед. Ваше Величество, главная армия, пребывая в беспрестанном движении от Москвы до здешних мест,
на пространстве почти в 1000 верст, несколько расстроилась. Число ее приметно уменьшилось, и люди пришли в изнурение. Многие отстали. Я положил дать отдых здесь, главной армии. Никогда еще время не было так дорого для нас, как при теперешних обстоятельствах. И потому ничто не может остановить войска, преследующие неприятеля, ни на самое короткое время. Они никогда не были единомышленниками. Они оба помнили 1805 год и сражение под Аустерлицем. Тогда молодой император вынудил своего полководца принять сражение, которого тот не хотел. Сейчас они были правы каждый по-своему. Один справедливо полагал, что нужно напрячь последние силы, но добить врага. Другой не менее справедливо опасался, что этих сил просто не хватит. Тогда под Аустерлицем старик оказался прав. Битва закончилась разгромом и позором. Что будет теперь? Легче переманить союзники Пруссию с Австрией, чем заставить этого старика делать то, что ему делать не хочется. Он думает, мне всемирной славы хочется достичь этой войной. Да ведь другого случая добить Бонапарта не случится. Через год он будет сильнее, чем был. Сейчас или никогда. Князь Кутузов беспокоится об армии. Сил мало, продовольствия нет. Князю лучше меня известно, что если сейчас не добить врага, завтра он будет стоять у ворот Москвы. Кто это сделает, если не мы? Кто? Если Пруссия и Австрия к нам присоединятся, надо бы выступать. Суди меня, Бог. Распорядитесь о написании манифеста и приказа по армии. Выступаем. Немедля. Все, братцы, конец войне. Это я вам точно говорю. С чего это ты взял? Вот доказательства. Старые сапоги истоптал. Если бы вы знали, где я в них только не был. При Фридланде, под Красным, на поле Бородинском, у Малоярославца. А теперь конец войне. Так а для старых сапог конец войны, а для новых только начало. Типун тебе на язык! Не, братцы, в этих я только домой. Устал я. Устал. Француз в России был слаб, а мы сильны. Потому что мы за свою землю сражались. Потому и победили. Через 2 месяца у Бонапарта будет новая армия. И нам с ней воевать не под Москвой, а под Берлином да под Парижем. Почитай, 1000 верст прошли от Вильны до Москвы. Да 1000 обратно, сколько мук выпало. Отечеству, сколько их потеряли. Сколько... Ведь мы свою землю защищали. А тут за что? Умирать будет русский солдат. За Пруссию да Саксонию. За что? Здорово, служивые. Погреться пустите? Заходи, ваше благородие. Здорово. Огонек общественный. Хорошо. Французы? О! О, вот прибились. Не знаем, что с ними делать. Чего? Французы? А Бонапартия видали? Все как Бонапартий. Чем не император? Мили-мили, Емеля. А вот мы сейчас проверим. Ну, Самойлов. А ну, мусье. Что это у вас? Это чья-то прошлая жизнь. Мои сапоги. Да нет. Вот это. Так.
это? Да, под сугробом нашим. А ну, казаки, поднимите. Все, Самойлов, конец твоей ловли! Как это? Граница Российской империи! Нет больше Бонапартия в России! Все! Ура! 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 И откуда ты взялся на мою голову? Ура! В январе 1813 года русская армия достигла границ империи. 6 января, в канун православного Рождества, в Вильно звучали колокола. В войсках был зачитан царский манифест об изгнании неприятелей из пределов России. В нем же говорилось о необходимости преследовать врага до полной победы. 13 января главная армия Кутузова тремя колоннами перешла через Неман. Так начался исторический заграничный поход русской армии, названный позднее освобождением Европы. Ваше Величество, он ждет вас у разъезда. Не хотел, чтобы меня видели, Ваше Величество, и потому прошу простить. Здесь все. Прусский король тайно покинул оккупированный французами Берлин. Есть негласный приказ не препятствовать русской армии. Полагаю, Пруссия у вас в кармане. А что Англия? 4 миллиона рублей Пруссии, если та вступит в союз. 6 миллионов России. 8. Простите, Ваше Величество. России 8 миллионов рублей. Дадут 8. И еще. Император прибыл в Париж. Известный вам источник полагает, что через месяц у него будет 200 тысяч солдат. А вы? Я полагаю, больше. Много больше. Ваше Величество, надобно спешить. Русские части генерала Витгенштейна вступили в Пруссию и без боя заняли Кёнигсберг. 26 января взята Варшава, а затем и все герцогство Варшавское. Французская линия обороны по реке Висла была полностью уничтожена. 9 февраля Пруссия объявила всеобщую мобилизацию, подписала союзнический договор с Россией, и 120-тысячная прусская армия присоединилась к русским войскам. Остатки французских войск под командованием Евгения Багарне пытались сдержать этот натиск, но были вынуждены отойти за реку Одер. 20 февраля генерал-адъютант Чернышов занял Берлин, а через неделю сюда вступили главные силы Витгенштейна. Вскоре Багарне отступил уже за Эльбу. Немцы встречали русских как избавителей. В городе Миличи жители кричали Кутузову: «Виват дер Гроссе Альте! Виват унзер Гроссватер Кутузов! Виват великий старец! Виват наш дедушка Кутузов!» Прусский король пожаловал ему орден Черного Орла, табакерку за 20 тысяч рублей и обещал пожаловать имение в Пруссии. Эти быстрые успехи союзников возбуждали столь радужные надежды, что даже высокопоставленные генералы настаивали на немедленном наступлении дальше и дальше, за Эльбу. Казалось, что победа уже близко. Прошу.
Все готово, ваша светлость? Да тьфу на тебя! Не ожидал резкого появления. Легкая. Самая легкая работа. Идти теперь за Эльбу. Но как воротимся? С рылом в крови. Дай хоть передохнуть часок. Занемело уже все. Готовьтесь к походу. Самойлов! Я! А ты своего императора не потерял? Никак нет, ваше благородие. Тогда выступаем. Хотел было бросить, да им его персоной орехи колоть шибко сподручно. Сгодится еще, то перечей зловим супостата. А чего его ловить? Он скоро самолично к нам пожалует. Быстро по коням! О, есть! Наполеон прибыл в Париж еще 18 декабря 1812 года и сразу принялся за формирование новой армии. Во все концы империи летели приказы о проведении нового рекрутского набора. В армию были взяты 140 тысяч юношей, подлежащих призыву лишь в 1813 году. За юные безусые лица этих 18-летних солдат называли Марией Луизы, намекая на сходство с молодой императрицей. Призывали даже стариков и инвалидов. По французским законам, состоятельные граждане могли воспользоваться системой заместительства, то есть попросту откупиться от армии, выставив вместо себя заместителя из бедноты. На бедняков и падала вся тяжесть военной службы. С 1800 по 1815 годы на военную службу было призвано 3 153 тысячи французов, не считая такого же количества солдат во вспомогательных и иностранных корпусах. Солдат призывали на 7 лет, но всячески поощрялась сверхсрочная служба. Таким образом, в армии формировалась прослойка солдат-ветеранов, которые пользовались многочисленными материальными привилегиями. Они учили новобранцев и становились их командирами. Из их числа формировалась и императорская гвардия, самый последний и самый надежный резерв армии. Это казалось просто невероятным. Прошло всего 4 месяца после бегства Наполеона из России. Еще в декабре император Франции выводил жалкие остатки своих войск по заснеженным русским лесам, а уже в апреле он стоял во главе 200-тысячной армии, число которой к осени составило 500 тысяч человек. Этой новой, слабо обученной армии предстояло отразить наступление русских войск. Но они верили в победу. С ними был их император. Несгибаемый, неукротимый, лучший полководец из когда-либо рожденных. К этому времени русские войска вошли в город Бунслау в Пруссии. 5 апреля туда прибыл главнокомандующий генерал-фельдмаршал Кутузов. 68-летний старик был болен. Принесите-ка чаю. Нет, нет, не надо чая. Не надо. Фельдмаршал умирал. Ты лучше, голубчик, принеси мне. Он принял присягу еще при императрице Елизавете 14-летним мальчиком. Служил Петру Третьему, императрице Екатерине Великой, ее сыну Павлу и сыну Павла Александру. Он был царедворцем, и ему приходилось порой льстить, лукавить и угождать. Но он всегда оставался солдатом. Это он уничтожил турецкий десант в Алуште, когда вражеская пуля, пробив ему левый висок, вышла на вылет у правого глаза. Как он смог выжить тогда?
Это он вел солдат 6-й колонны на штурм Измаила. Когда Кутузов послал Суворову известие о невозможности удержать позицию, тот ответил, что уже отправил донесение о взятии крепости. И Кутузов взял Измаил. Здесь вторая турецкая пуля пробила ему голову, в точности повторив траекторию той, первой. И вновь судьба сохранила его. Когда в 1811 году бесконечная война с Турцией зашла в тупик, он стал во главе армии и всего через 3 месяца одержал победу над врагом, который в 3 раза превышал численность его войск. Это его разгромил Наполеон под Аустерлицем. Но через 7 лет он сам нанес Бонапарту смертельный удар под Бородино, а затем гнал его до самой границы России, пока последний из захватчиков не покинул ее пределы. Его обвиняли в том, что он предпочитает деньги орденам, но у него было 5 любимых дочерей, и семье требовались средства. Его обвиняли в слабости к женскому полу, но он любил только свою жену. Супруга получала от него больше писем, чем император донесений из армии. Александр I сам брал эти письма у почтовой службы, садился в карету и вез их домой к Екатерине Ильинишне. А та читала их вслух государю о его здоровье, о делах в штабе, о настроениях в войсках. Такова была его жизнь в походах и письмах домой. Этого нового похода он не хотел и понимал, что никогда не узнает, чем кончится эта война. 15 апреля 1813 года французский император Наполеон выехал из Парижа в армию. А на следующий день, в 1200 километрах от столицы Франции, в городе Бунцлау, ныне Болеславец, Польша, скончался главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал, полный кавалер ордена Святого Георгия, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Война вступала в самую решительную фазу. Французская армия была восстановлена, и Наполеон сам стоял во главе войск. Его авторитет, опыт и военный талант многократно усиливали силу французов. В то же самое время русская армия осталась без своего вождя. Кто займет место Кутузова? Кто возглавит поход? Вот главный вопрос, который вновь стоял перед императором Александром. В русском штабе, как и в 1812 году, кипели споры. Тогда они привели к пожару Москвы. А что будет теперь? И Александр принял решение. Главнокомандующим русско-прусской армией был назначен Петр Христианович Витгенштейн. Витгенштейн Петр Христианович, генерал-фельдмаршал. В начале войны 1812 года возглавил корпус, перекрывая французам дорогу на Санкт-Петербург, и успешно справился с этой задачей. В боях 2 раза ранен. Во время отступления Наполеона вместе с войсками адмирала Чичагова получил приказ перехватить французов на Березине, но действовал крайне нерешительно. Общественное мнение возложило вину за прорыв Наполеона только на Чичагова. Витгенштейн со славой спасителя Петербурга остался вне критики. Пожалуй, эта слава спасителя столицы и стала аргументом для Александра. Солдаты знали Витгенштейна как смелого человека и уважали его. Но, тем не менее, этот выбор многих удивил. Русские генералы негодовали о засилии в русском штабе немцев. Многие считали, что Витгенштейн, пусть храбрый и решительный генерал, не имеет ни опыта управления армией, ни достаточного авторитета в войсках. Но другого Кутузова в русской армии не было. Алёша! Остерман Толстой Александр Иванович. Генерал от инфантерии. Участник штурма Измаила и всех кампаний против Наполеона. Герой сражения при Островно. При Бородино был контужен, но через несколько дней вернулся в строй. На совете в Филях высказался за оставление Москвы, заявив: «Москва не составляет России».
Филиппу Паулуччи, французскому генералу на русской службе, он как-то сказал: «Для вас Россия – мундир. Вы его надели и снимете, когда захотите. А для меня Россия – кожа». Толстой, живой! Как ты? Жив-здоров, как видишь. А ты нынче куда? Я в штаб брата иду выручать. Так я тоже туда, новому командующему. Сановей не бывает. С этой войной, знаешь, уже не понимаешь, за кого воюешь. Это помнишь Давыдова? Ну, Дениса, кузена моего. Да кто ж его не знает? Подошел Давыдов к Дрездену и говорит: «Гутен так. Спалю город к чертовой матери, если не сдадите». Да ну. Представь себе, это с таким-то отрядом. Да вон Карпов все видел. Карпов! Я. Расскажи, как было-то. Ну как, ваше благородие? Он бургомистру пригрозил, так. Тот к караульному, да, мало в портки не наложил. Ну то да сё. И французы решили сдать город без единого выстрела. Мы уже в предместье вошли. Ну а дальше-то что? А что дальше-то? У Давыдова командир немец из немцев. Винцингероди. Винцингероди. Дескать, Давыдов взял город без приказа. И теперь Давыдов за подвиг награжден домашним арестом. Его отряд расформирован. Так это черт знает что. Того и гляди, немец попрет Давыдова из армии. Сашка, доведут нас эти... Ты, господи, язык можно сломать. Наполеон на пороге, а тут Карпов! Союзные войска располагались между Альтенбургом и Лейпцигом. Наполеон в это время двигался к Лейпцигу, где его ожидал генерал Багарне. Витгенштейн решил атаковать колонны Наполеона у города Люцен, пока те находились на марше. Но весь этот замысел был исполнен вяло и неумело. Наполеон сумел отразить этот удар и, стянув силы, перешел в контрнаступление. Союзники потеряли до 10 тысяч солдат. И хотя французские потери оказались в два раза выше, обескураженный неудачей Витгенштейн решил отступить. Куда? В деревню. В Лукьянчиково, к черту на рога от этого бардака. Да полно, Алексей. Ты слышал? Оказывается, это я виноват. Господи, прости, слов нету. Они карту глядели? Там овраги да ручьи. Вот тебе результат. Снят с должности, иду гвардейской дивизии командовать. Эх, Михаил Илларионович. А я-то дурак насмехался над стариком. 8 мая русские уже переправлялись обратно за Эльбу. Сбывались самые мрачные прогнозы Кутузова. 12 мая у города Баутсен произошло новое сражение. Позиция союзников была прекрасно укреплена самой природой. Наполеон имел 143 тысячи солдат против 93 тысяч. Эта битва дала тот же результат. Потери французов были в полтора раза выше. Но союзные войска снова и снова отступали под натиском Наполеона. Русские отходили в полном порядке. Приказывайте отход. Слушаюсь. Наполеон под пушечным огнем сам водил войска в бой. Но арьергард Ермолова постоянно давал отпор. Несмотря на победы, французам не удалось захватить ни одного пленного. Наполеон был крайне раздражен отсутствием трофеев. Нет пленных. Как после такой резни и никакого результата? Эти люди решили не оставить мне ни одного гвоздя. Но второе поражение подряд вынуждало Александра задуматься о смене главнокомандующего. С 17 мая им был назначен Барклай де Толли. Русская армия продолжала отступление, но и положение Наполеона становилось незавидным. Ну, поглядим, каково оно теперь будет с новым старым Барклаем. Он видел, что еще несколько таких побед, как Люцен и Баутсен, и его новая армия просто перестанет существовать. Потери от дезертирства и болезней были даже выше, чем от боев. Снабжение французских войск было скверным, и все их пропитание зависело от грабежа местного населения. Стремясь выиграть время, Наполеон согласился на перемирие, которое продлилось 2 месяца. За это время к союзу против Наполеона присоединилась Австрия. Кроме того, союзники получали огромную денежную субсидию от Англии. Пруссия – 4 миллиона рублей, Россия – 8 миллионов. Верная себе Англия по-прежнему стремилась воевать золотом.
После поражения никогда не заключайте этих перемирий. В них вся его сила. Моро Жан-Виктор считался одним из самых талантливых генералов Французской республики. Однако Наполеон, видевший в Моро соперника, обвинил его в участии в заговоре. Генерал был приговорен к тюремному заключению, которое император заменил изгнанием. Несколько лет прожил в Северной Америке. В 1813 году по приглашению русского царя прибыл в расположение русской армии. Моро не поступил на службу в русскую армию. Он лишь согласился помочь Александру советами, как человек, хорошо знавший Наполеона. Избегайте сражений с теми войсками, которыми командует сам император. Атакуйте лишь его маршалов. Но время перемирия уже заканчивалось. Война начиналась вновь. И теперь перевес, хотя и небольшой, был на стороне антифранцузской коалиции. Таков. А ну слазь с коня, да без глупостей. Трофим, пошарь-ка у него по карманам. Сейчас. Ну стоять. Вашу шпагу. Повернитесь. Кто таков? Так бы сразу и сказал. Кто таков?
А ну слазь с коня. Трофим, пошарь-ка у него по карманам. Вашу шпагу. Повернитесь. Кто таков? Так бы сразу и сказал. Самойлов. Я. Шпагу-то верни. Слушаюсь. Синюхин, да. Проводи в штаб. Будет сделано. За мной. А ты, Самойлов, прежде чем по карманам шарить, на ножны гляди, дурень. Фу, слушаюсь. Русская армия шла по дорогам Германии. Полгода назад она уничтожила полчища Наполеона в России. Французский император бежал в Париж и, собрав новую армию, двинул ее против войск Александра I. К России присоединились Пруссия, Австрия и Швеция. Но основную тяжесть этой войны нес на себе русский солдат. Александр понимал, какую ношу взвалил он на своих воинов. Ценой невероятных жертв они освободили родину, а теперь им предстояло сражаться за освобождение Европы. Но конец владычеству Наполеона в Европе могла положить только его армия. Лишь окончательная победа в этой войне могла гарантировать России мир на многие годы вперед. Сколько трудностей должна армия перенести в эту ночь? Как же мне не любить военных и не предпочитать их тем господчикам, которых я вижу иногда из окон дворцов, которые, отоспавшись на мягкой постели часу в 11, идут к своим должностям. Можно ли сравнить эту службу с военной? Ваше Величество, к вам гонец. Ждет. Ваше Величество, срочное сообщение из Вены. Австрийцы хотят мира с Наполеоном. После двух наших поражений при австрийском дворе не очень верят в победу. Да неизвестно, желают ли ее. Австрийский министр иностранных дел Меттерних ведет переговоры с кабинетом Наполеона. Два поражения подряд. И это после того, как французская армия была полностью уничтожена. Полагаю, что еще одно приведет к тому, что Австрия выйдет из Союза. Недавно разбитый и почти уничтоженный в России Наполеон снова одерживал победу за победой. Казалось, что история возвращается вспять, и французскому императору суждено снова и снова диктовать свою волю всей Европе. Франц I, австрийский император, приходился Наполеону тестем. Его дочь Мария Луиза была женой французского монарха.
Сам Франц не любил и страшился Наполеона. Но еще больше он боялся русского влияния в Европе после того, как Наполеон падет. Австрийцы не хотели ни владычества Наполеона, ни его отречения. Пугая Наполеоном соседей, а самого Наполеона своими войсками и союзниками, император Австрии сам хотел править в Европе. Ну, Австрия как предавала, так и предает. У них своя империя, у нас своя. Прав был Кутузов покойный. Воротимся с рылами в крови, с такими-то союзниками. Кутузов был солдатом, а мы с вами – государство. Что было бы с Россией, если бы Наполеон начал свой поход не от Немана, а от Днепра? Наша цель – отодвинуть границы нашей империи на запад. Ради этого стоит умирать. Нового нашествия на Россию я не допущу. Ни французского, ни австрийского. Чтобы иностранный солдат на 100 верст не мог приблизиться к русской границе. Ну, а что делать с Австрией? Надо заставить Австрию воевать. Пусть командующим всеми союзными войсками будет какой-нибудь австрийский фельдмаршал. Например, Шварценберг. Ну как? Наши вкуснее. Гляди-ка, союзники пожаловали. Да ну, точно. Эх, чувствую, назначат нам австрияка командующим. А хоть бы и австрияка. Наши немцы лучше, что ли? Да наши хоть свои, ручные. Барклаева на меня даже не обижается. Почти. А скажи, Алёша, будь ты царь. Кого бы назначил командующим? Будь я царь. Самойлов, я тебя убью. Я ваш благородник. Он Карпову и назначил. Карпов? Скажи, Карпов, а был бы ты главнокомандующий? За сколько с французом управился? За неделю. Браво, браво, браво. За неделю. Ишь ты. Понедельник бы. Распустил австрийцев по домам. Во вторник прусаков. Потом 3 дня наших штабных немцев, ну, те числом поболее будут. Ну, а в субботу в аккурат мы с Самойловым вам Бонапарта и доставили бы. Верно, Самойлов? Самойлов убьют, я ваше благородие. Так точно, в субботу. В субботу. Ты же говоришь, неделя. А воскресенье что ж? А? Как что? Самойлов? Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство. В воскресенье божественная литургия и парад. Ваше высокопревосходительство. А вы? Ты скажи, Карпов, это твои казаки вчера с прусаками подрались-то? Никак нет, как можно. Это мы с ними. 3-й день сухарей нет. Людей кормить нечем. А сапоги? Самойлов, покажи. Ладно, вон. Карпов, ступай. Я распоряжусь. Самойлов, дуй в село да поживее. Сена вон нет. И мне перед господами-генералами за тебя срам один. Слушаюсь, ваше благородие. Численность русской армии в Европе уже достигла 173 тысяч человек. Всю эту массу войск следовало обувать, одевать, кормить, снабжать боеприпасами и кормом для лошадей. Армия находилась далеко от России, но командование делало все возможное для снабжения войск. В начале заграничной кампании в армию из Петербурга было доставлено 54 тысячи мундиров и шинелей. В Польше и Германии закуплено 740 тысяч аршин сукна. В тылу устраивались швейные мастерские. В особенности заботились об обуви. В Саксонии армия закупила сапожный товар на 100 тысяч пар сапог. Много обуви было захвачено у французов, но вся она оказалась для русских солдат попросту узка. Продовольствие при войсках полагалось иметь на 10 дней. На 4 дня в ранцах солдат и на 6 в обозах. Продукты обязались поставлять прусаки и австрийцы, но доставлялось оно в малом количестве и не вовремя. Доходило порой до драк между союзниками за продовольствие. В походных условиях
хлеб быстро портился, и предпочтение отдавалось сухарям. В Польшу был доставлен транспорт в 3000 подвод, который доставил в армию около 100 тонн сухарей. Кроме того, пекли хлеб и сушили сухари прямо в войсках. На маршах солдаты часто болели, и при каждой дивизии имелся передвижной лазарет. В Пруссии и Силезии больных отправляли в прусские госпитали с платой 70 копеек в сутки за больного. Тяжелая война продолжала забирать и деньги из казны, и человеческие жизни. К лету 1813 года союзники имели 492 тысячи солдат и 1383 орудия. У Наполеона 440 тысяч человек и 1200 орудий. Войска антифранцузской коалиции разделились на три армии. Северную армию под командованием шведского кронпринца Бернадотта, Силезскую армию под командованием прусского фельдмаршала Блюхера и Богемскую армию под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга. Русские войска были распределены между этими армиями. Четвертая под командованием Бенниксона формировалась в Польше. По общему согласию русского, австрийского и прусского монархов, главнокомандующим всеми силами союзников был назначен фельдмаршал Шварценберг. Карл Филипп цу Шварценберг, австрийский фельдмаршал и генералиссимус. В 1812 году, когда Австрия была союзником Франции, командовал австрийским корпусом в составе армии Наполеона и участвовал во вторжении в Россию, действуя против войск генерала Тормасова. Сумел избежать больших сражений с русскими войсками, но прикрывал отступление французской армии. Шварценберг был храбрым солдатом, но весьма посредственным полководцем. К тому же и положение его было трудным. В главном штабе не утихали вечные споры между русскими, пруссаками и австрийцами. И Шварценберг должен был больше хитрить, чем командовать. Ну что, поздравляю с новым командующим. Коли он будет воевать, как в России воевал, то мы с Бонапартом и за 10 лет не управимся. Пусть командует. Когда казаки будут гулять по Елисейским полям, австрийцы будут посговорчивее. Надо быть хитрее. Пока нужна хотя бы одна победа. В полночь на 30 июля во французскую армию было передано объявление о прекращении перемирия. Война запылала снова. Шварценберг командующий? Шварценберг командующий. Этот человек своим званием маршала обязан мне. Их союз снова рухнет после 2-3 наших побед. Французский император понимал сложность своего положения, но он не хуже других монархов разбирался в политике. Богемская армия Шварценберга, согласно указаниям из Вены, не собиралась действовать особенно энергично. И Наполеон это знал. Любопытно, что командующий Северной армией союзников шведский принц Бернадотт также был когда-то наполеоновским маршалом. Бернадотт? А этот будет топтаться на месте. У них что, своих маршалов нет вовсе? Только мои? Сир, я слышал, что Александр пригласил и генерала Моро. Моро? И Моро? Этот жалкий предатель. Когда-то он был хорош, но предатели всегда кончают плохо. Генерал Моро считался одним из самых талантливых генералов Франции. Он был изгнан императором из страны и за это ненавидел Бонапарта. Именно поэтому он согласился помочь Александру, как человек, хорошо знавший сильные и слабые стороны Наполеона. Наполеон будет бить ваши армии по частям. Его самое слабое место – Дрезден. За сотни ли от Парижа ему нужны запасы этого города.
возьмете Дрезден, возьмете Наполеона. Наполеон считал Дрезден наиболее важным для себя городом. Здесь были собраны запасы продовольствия на 2 месяца для 300 тысяч человек его армии. Дрезден был прекрасно укреплен. Гарнизон всего в 30 тысяч человек мог держаться в нем до 15 дней. Этот город был сердцем его армии. Мы идем на Блюхера. Маршал Сен-Сир остается защищать Дрезден. Только не потерять его. Пусть меня отрежут от Рейна, лишь бы не отрезали от Дрездена. Наполеон двинулся на Силезскую армию Блюхера, рассчитывая быстро разгромить ее, а затем нанести удар по богемской армии Шварценберга. Идите сюда, слушаюсь. Пошли, пошли. Иди. Это адъютант маршала Сен-Сира с бумагами к Наполеону. Из захваченных бумаг стало известно, что на пути к Лейпцигу французских войск нет вовсе, а Дрезден занят лишь слабыми силами. Дрезден нужно брать, пока там нет Наполеона. Александр торопил Шварценберга, но союзным частям понадобилось целых 5 дней, чтобы преодолеть 70 километров до Дрездена. Никто из союзного командования не мог предположить, что Наполеон со своей армией за 3 дня пройдет 115 километров и окажется у города практически вместе с союзниками. 13 августа около Дрездена сосредоточилось уже 60-тысячное русско-австрийское войско. В этот день город обороняли лишь 40 тысяч солдат Сен-Сира. Однако вместо немедленного штурма собрался целый военный совет. Наших сил недостаточно, чтобы взять город. Где остальные войска? Армия на марше. Я полагал предпринять штурм немедленно, но как будет угодно вашему величеству. Город был бы в ваших руках. Атаковать нужно сейчас. Кому нужна армия, которая проходит 5 лье за 5 дней? Ночью подошли новые войска союзников, но время было упущено. В это же время в Дрезден прибыл Наполеон со своей армией. В 11 часов утра Александр с удивлением заметил, что войска строятся для боя. Оказалось, что Шварценберг отдал приказ о начале сражения, даже не предупредив об этом русского императора. Начальника главного штаба быстро ко мне! Главнокомандующего быстро к его величеству. Александр сообщил Шварценбергу, что в Дрезден прибыл сам Наполеон, и поэтому атака на город невыгодна. Снова приступили к бесплодным совещаниям. Черт возьми! Я теперь не удивляюсь, что 17 лет вас всегда били. Ваше Величество, этот человек потеряет все. Споры среди командования не прекращались. В 4 часа прозвучал сигнал. 3 пушечных выстрела. И войска пошли на штурм, даже не имея четкого приказа о целях наступления. Укрепления Дрездена выдержали эти слабые атаки, и союзники отступили. Ночью пошел сильный дождь. Французы были укрыты от него в городских домах, а союзная армия в тягостном настроении мокла и мерзла. Укрытия не было, продовольствия тоже. Среди солдат ходили слухи о грядущем отступлении. На следующий день Шварценберг приказал повторить штурм. Снова шел дождь.
Ружейный порох намокал, стрелять было невозможно. И солдаты шли вперед по грязи, полагаясь лишь на свои штыки. Зато не смолкала орудийная канонада. Видите вон ту группу? Поверните орудие. Весь огонь по этому холму. В войсках долго ходила легенда о том, что Наполеон, узнав вдалеке Муро, сам зарядил ядро и навел на него пушку. Ваше Величество, нас заметили. Думаю, лучше уехать отсюда. Ядро оторвало генералу Муро правую ногу и раздробило левое колено. В госпитале ему ампутировали обе ноги, но через 2 недели генерал скончался. Генерал Муро был погребен в католической церкви Святой Екатерины на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На другом конце Невского проспекта, в Александро-Невской лавре, покоится прах другого полководца, Александра Суворова, который сражался с Муро в Северной Италии. Таким образом, два командующих враждебными армиями похоронены в одном городе и на одной улице, но в противоположных ее концах. Когда раненного генерала Муро несли на носилках, французская конница маршала Мюрата на левом фланге громила австрийцев. В плен попало 10 тысяч человек. Французы захватили несколько дорог, ведущих к Дрездену, перекрывая союзникам пути к отступлению. Шварценберг колебался. Он имел еще много войск в резерве, но панически боялся окружения. Русский император требовал продолжения штурма, но командующий настоял на том, чтобы отступить. Как отступать? Куда отступать? Не дрались же еще! Не могу узнать! Командуй отход! Слушай! Слушай мою команду! Французы на Пиримском шоссе! Ihre Majestät, wir sollen... Ваше Величество, надобно уезжать. Немедленно. Французы уже заняли Пиренское шоссе. Черт возьми, ретирада? По чьему приказу? Сие решение главнокомандующего. А как же резервы? Ими распоряжается тот же человек. Нужно было назначать Блюхера. Неужели это конец? Сколько трудов. Неужто все зря? Теперь для отступления у союзников оставалась лишь одна дорога, еще не занятая французами. На ней сошлись более 200 тысяч солдат отступавшей армии союзников. Дорогу загромоздили обозы и повозки. Колонны путались, подводы сцеплялись, перегораживая путь. Беспорядок стоял ужасный. Ругательства раздавались на всех языках. Путь в Чехию, куда отступала вся армия, шел через горные долины в Рудных горах. Далее дорога проходила через узкий проход, напоминающий небольшое ущелье. Если бы французам удалось перекрыть этот проход, вся армия Шварценберга была бы окружена. Чтобы захватить вход в это ущелье и отрезать врагу путь к отступлению, Наполеон направил им наперерез корпус генерала Ван Дамма. Они все будут в моих руках. Передайте Ван Дамму, если он выполнит задачу, то получит маршальский жезл. Да, мой император. Если Ван Дамм сделает это, то война закончится в считанные дни.
Простое отступление войск Шварценберга вот-вот могло перерасти в полный разгром. Всей союзной армии вместе с русским и прусским императорами грозили окружение и плен. Гибель союзников и всей коалиции казалась неизбежной. Ван Дам двигался в обход союзных войск к городу Теплице. На его пути в 40 километрах от Дрездена, у города Кульм, находился небольшой отряд Остермана Толстого. Поверить невозможно. Ведь победа наша была бы. Все профукали. Все псу под хвост. Бежим, как зайцы. Корпус генерала Ван Дамма, ваше высокопревосходительство. Пять тысяч. Что делать, ваше высокопревосходительство? Не сдержим. Что делать? Что делать? Опять что делать? Стоять и умирать. Отряд Остермана Толстого закрепился у селения Пристень, перекрыв дорогу на выходе из ущелья. 10 тысяч русских солдат стали на пути 35-тысячного французского корпуса генерала Ван Дамма. Передавят нас, как в мышеловке. Не зуди. Не задавили до тепереча. Не задавят и присно. И во веки веков. Аминь. Батальон! Первая атака французов была отбита. Узкое ущелье не позволяло им развернуть наступление в полную мощь. В 12 часов дня Ван Дамм начал новый штурм. Ты чему радуешься? Так ведь драка! Гвардейская дивизия генерал-лейтенанта Ермолова привела в ваше распоряжение! Ну тебя! Сашка! Алёша, принимай командование. Я, кажется, отвоевался. Быстрее! Быстрее! Первое ранение Остерман Толстой получил в 1807 году. Французская пуля на вылет пробила ногу. При Бородине на батарее Раевского он был контужен. 9 мая 1813 года под Бауценом ранен пулей в плечо. Это кто? Чего набежали? Докторы, ваше высокопревосходительство. Докторы. Вот ты. Твоя физиономия мне понравилась. Отрезай мне руку. Примкнуть штыки! Егоров! Я! Прикажи песенникам мою любимую. Слушаюсь. Заберу! Царя! И отечество! Ваше превосходительство. Чего? Вот, выпейте. Что это? Спирт. Черт, нечего на меня водку переводить. Мне не впервой.
Григорьев. Будете мне помогать? Егоров! 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 Я! Ну что там с песенниками? Готово, ваше превосходительство. Погоди. Станем, братцы, собираться, весело пришлось гулять. Станем пить, не напиваться. Ну давай, доктор. Время гроз уже прошло, славой нашей всех спасение красным солнышком зашло. Мы, Мамая, поразили пал пред нами вольный швед. Фредерику уступили мы на помощь. Все атаки французских войск Ван Дамма были отбиты. К вечеру прибыли основные войска русской армии, при которых находились командующий Барклай де Толли и император Александр. Чьи это войска? Гвардия Ермолова, ваше величество. О, надо поддержать его. Еще одно поражение, и войну можно считать проигранной. Это не поражение. Совсем не поражение. Ваше величество, мне нужно отъехать к войскам. Атаки французов были отбиты, но опасность для всей союзной армии еще не миновала. Генерал, хочу передать вам от государя и от себя лично благодарность. Благодарю за мужество. Вам его у меня не занимать. Вы ранены? Какой там к черту ранен? Мундиром он за штык зацепился. Новый мундир. Да будет, Никита! Что вы обо всем этом думаете? Думаю, что можно их прихлопнуть. Что-что? Да вот что. Карту! На следующий день русские войска неожиданно атаковали правый фланг войск Ван Дамма. Австрийские части начали обходить его левый фланг. В тыл французам вышли прусские части генерала Клейста. В считанные часы французский корпус был полностью окружен. Ван Дамм пытался пробиться, но безуспешно. К 2 часам дня 10 тысяч французских солдат во главе со своим генералом сдались в плен. Ваше благородие, пленные! Я казачьего полка Исаул Карпов. Генерал Ван Дамм. Этот человек принимает меня за императора? Нет, он просто полагал, что возит с собой портрет генерала Ван Дамма. И теперь весьма разочарован. Вашу шпагу, сударь. Уведите. Ваше благородие. Это ж не он. Это Матвей, генерал Ван Дамм, наипервейший Наполеонов приятель. Как пить дать, Георгия, получишь. Ван Дамм. Дал же ж Бог имя, а? Фух, только зря гнеду я загнал. Ты, Матвеюшка, выбросил бы свою статуэтку. Погубит она тебя.
Держи. Сражение под Кульмом стало первой крупной победой союзных войск. На поле боя прибыли русский император и король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Пораженным мужеством русских войск, прусский король приказал вручить всем без исключения русским солдатам и офицерам, участникам битвы, особую награду – Кульмский крест. Единственной солдатской наградой в Пруссии был Железный крест. Однако он вручался только прусским подданным за определенные воинские заслуги. Поэтому для русских солдат король Пруссии учредил особый орден. От Железного креста Кульмский крест отличался лишь тем, что на нем не было даты и вензеля короля. К награждению было представлено 12 066 человек. Весь комплект наград был изготовлен лишь к 1815 году. К этому времени в живых из участников сражения оставалось лишь 7131 человек, которым и была вручена эта награда. Но победа и известие о награждении настолько воодушевили русских солдат, что прямо на поле боя они самостоятельно начали изготавливать кресты и нашивать на мундиры. Материалом служили кирасы французской кавалерии, которые во множестве оставались на поле боя вместе со сраженной французской конницей. Мы соболезнуем вам, генерал. Ваше императорское величество, быть раненым за отечество весьма приятно. Что же касается моей левой руки, то у меня остается правая. Она нужна мне для крестного знамения, как символа веры в Бога, на коего я полагаю всю свою надежду. Генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман-Толстой был награжден Большим прусским железным крестом, наградой, которая за всю историю вручалась только 7 раз. Вскоре граф Остерман-Толстой оставит армию. А в 1828 году он был вынужден навсегда покинуть Россию. В Женеве, в его кабинете до самой смерти генерала в 1857 году, висел портрет Алексея Петровича Ермолова, живое напоминание их славного прошлого. Победа под Кульмом действительно давала повод надеяться на перелом в войне. В боевых действиях на 3 недели наступила передышка. Противники собирались с силами. Стратегическое положение Наполеона ухудшилось. В сражениях и изнуряющих маршах от плохого снабжения и болезней он потерял значительно больше солдат, чем союзники. За август и сентябрь только от болезней и дезертирства французская армия лишилась 180 тысяч солдат. В первых числах октября союзники, усиленные свежими подкреплениями, перешли в наступление. Наполеон, оставив в Дрездене сильный гарнизон, направил свои войска к Лейпцигу. Здесь 16 октября 1813 года он встретился со всеми силами союзников. По разным источникам, к началу битвы союзники имели около 200 тысяч человек и 893 орудия. Наполеон – от 155 до 175 тысяч человек и 717 орудий. Превосходство было за союзной армией. Но многие ее войска еще не успели подойти к городу. Кроме того, Александру не давала покоя медлительность и нерешительность действий главнокомандующего – австрийского фельдмаршала Шварценберга. Я полагаю, перевести войска на левый берег, вот к этим болотам, между реками Плейсой и Эльстером. К болотам? Раздробить армию и часть ее направить в болото? Господин фельдмаршал, оставаясь при своих убеждениях, может распоряжаться австрийскими войсками, как ему будет угодно. Что же касается русских войск, то они перейдут на правый берег Плейсы, где им и надлежит быть. Нихтерштейн. Я ничего не понял. Моро был прав. Шварценберг, имея все силы, рискует потерять все.
меня надежда только на вас. Что это? Это Наполеон. Они готовятся атаковать. На главном же участке сражения, у деревни Вахау, Наполеон сосредоточил 112 тысяч солдат. Из-за распоряжений Шварценберга союзники имели здесь только 84 тысячи человек. То есть при общем превосходстве в силах именно здесь они оказались на 28 тысяч слабее. На следующий день в 9 часов утра Наполеон приехал на высоту у деревни Вахау. В 10 часу все три монарха, русский, австрийский и прусский, прибыли на высоту Вахберг, в 3 верстах от ставки Наполеона. Батальон на плечо! Войска Барклая двинулись в атаку, когда по ним вдруг ударила скрытая ранее французская батарея. 100 орудий генерала Труо одновременно открыли огонь. Французам ответила русская артиллерия. Тогда Друо добавил к своим 100 орудиям еще 60. Это была самая страшная пушечная дуэль за все известные ранее войны. Земля дрожала от нестерпимого оглушительного рева. В Лейпциге, за 8 верст от поля сражения, в окнах звенели стекла. Целые подразделения сметало огнем. Сотни, тысячи убитых и раненых. В это время Мюрат готовил атаку французской кавалерии. Сабли к бою. 80 эскадронов было собрано у Вахау для прорыва русских позиций. На одно построение этой массы ушло 2 часа. Но когда батарея Труо прекратила огонь, вся эта бесчисленная масса конницы ударила по войскам Барклая де Толли. По разным оценкам, в бой двинулись от 8 до 12 тысяч всадников. В считанные минуты они захватили русскую батарею, изрубив всю прислугу. Центр позиции был прорван. Французская конница находилась уже в 80 метрах от того места, где стояли все три монарха союзных держав. 80 метров отделяли Мюрата от того, чтобы захватить в плен все командование союзной армии. Битва и вся военная кампания могли закончиться в течение часа. Прикажите бургомистру города звонить во все колокола. Это победа. Именно здесь беспримерный подвиг совершили лейб-казаки из конвоя Александра I. Генерал-адъютант граф Орлов Денисов приказал командиру лейб-казачьего полка полковнику Ефремову атаковать конницу Мюрата. Казаки ударили во фланг закованным в железо кирасиром. Силы были явно неравны, но эта отчаянная атака горстки казаков внесла смятение в ряды Мюрата. Он развернул конницу, чтобы отразить удар. Этого времени хватило, чтобы к русским прибыли подкрепления. Александр I раньше других понял, что в битве наступил критический момент. Он приказал послать в бой батарею Сухозанета, дивизию Раевского и прусскую бригаду Клейста. Пушки Сухозанета в бой. Когда 100-пушечная батарея русского генерала Сухозанета открыла огонь, Мюрат начал отступать. Из своей ставки на холме Наполеон видел, как пришли в движение резервы союзников. Как свежие кавалерийские дивизии остановили Мюрата и вырвали из рук Наполеона уже торжествуемую им победу. Гвардию в огонь! Эта атака заставила императора послать часть гвардии на правый фланг.
австрийцы были отброшены. Их генерал, граф Мерфельд, попал в плен. Но весь план разгрома русских позиций провалился. Всего за один день сражения армии лишились от 60 до 70 тысяч человек. Но победитель так и не был выявлен. Ночью к союзникам подошли свежие силы Бернадотта и Бенниксона. Теперь они имели двойное численное преимущество над силами Наполеона. Понимая тяжесть своего положения, Наполеон отпустил пленного австрийского генерала Мерфельда с просьбой передать союзникам предложение мира. Я очень хорошо помню советы генерала Моро не заключать перемирие с Наполеоном. Ответа не будет. Завтра мы атакуем. 18 октября в 8 часов утра Барклай де Толли двинул свои колонны к Лейпцигу. Деревни у города переходили из рук в руки по несколько раз. Приходилось штурмовать или защищать каждый дом, каждую улицу, каждую пять земли. Русские солдаты графа Ланжерона штурмовали деревню Шенфельд, дома и кладбище, которые, обнесенные каменной стеной, были прекрасно приспособлены к обороне. Ланжерон сам вел солдат в штыки и после страшной рукопашной схватки овладел селением. Однако французские резервы выбили русских с позиций. Корпуса Клейста и Горчакова ворвались в деревню Пропстейн. Против них была брошена старая гвардия, которую вел в бой сам Наполеон. Французы выбили союзников из Пропстейда и двинулись в атаку на главные силы австрийцев. Под ударами гвардии неприятельские линии были готовы рассыпаться. Сир! Сир, плохие новости. Что? Все удачно. Неймы разобьем их. Саксонцы, сир. Они нас предали. В самый разгар битвы вся саксонская армия, сражавшаяся в рядах наполеоновских войск, перешла на сторону союзников. Панический ужас от разыгравшейся битвы, общее нежелание сражаться немцам против немцев, ослабление влияния Наполеона привели к отпадению от него германских союзников. Империя рушилась прямо во время боя. Наполеон оставался один. Никому ни слова об этой низости. Вспомните Красный и Березину. Мы вырвались там и прорвемся здесь. Маршалы Макдональд и Понятовский должны держаться в городе. Остальным отступление. Ваше Величество, к вам конец. Зови. Ночью с 18 на 19 октября французы скрытно начали покидать Лейпциг. Полагаю, случилось что-то необычайное, коли вы здесь. Судите сами, Ваше Величество. Невероятно. Они отступают. Волконского ко мне! Вы сейчас его не возьмете. Ну вот совет. Преследуйте его до границ Франции. Не давайте Наполеону передохнуть. Утром войска союзников пошли на штурм города, а французская армия все еще покидала Лейпциг. Пехота перемешалась с кавалерией, обозные фуры с артиллерией. Войска переходили через реку Эльстер по единственному мосту в центре города. Мост был заминирован французами на случай прорыва союзников. Внутри города осталось еще около 30 тысяч французов, в том числе маршалы Макдональд и Понятовский. Солдаты и офицеры бросались в реку. Многие, в том числе маршал Макдональд, смогли ее переплыть. Но берег был слишком крут, и люди порой просто не могли на него подняться. Огромное количество солдат и офицеров, в том числе и маршал Понятовский, утонули. В уличных боях погибло 13 тысяч французов. 11 тысяч человек, в том числе 20 дивизионных и бригадных генералов, попали в плен. Так закончилось величайшее из сражений эпохи, названное «Битвой народов». Около полумиллиона человек участвовало в этой битве. 130 тысяч были убиты и ранены. Из них 23 тысячи – солдаты русской армии.
К часу дня город был полностью взят союзными войсками. Наполеон навсегда покидал пределы европейских государств. Его империя рушилась. Он снова бежал во Францию, чтобы снова собрать армию, снова требовать от своей страны напряжения последних сил. Он все еще не сдавался. К ноябрю 1813 года русская армия подошла к берегам Рейна. За серой пеленой дождя скрывался противоположный берег. Там начиналась Франция. Красота. Я видел Рейн раньше, но никогда не видел в нем границ. Когда переправа-то? Ты меня знаешь, Алексей Петрович. Не люблю спешить. Знаю. А я такой, что прямо сейчас на тот берег. Я знаю, но как это? Что русскому хорошо, то немцу смерть. Там мою палатку уже поставили. Милости прошу к нашему шалашу. Благодарю. Лишь через 2 месяца русская армия переправится через Рейн, чтобы продолжить свой поход уже по дорогам Франции. Великий поход. От стен сожженной Москвы до ворот Парижа. Так думаю, что коли уж ты нам союзник, то делись колбасой и с православным воинством. А он мне, Нихферштейн, дескать, была колбаса, да вся вышла. Но я натурально ему по морде, причем так ввалил добро. Ну, типа, чтоб понимали, куда что. Ну, мы ж люди все православные, христиане. Верой должны и делиться, должны, как Библия завещала. Стой! Стой! Пошли, моя хорошая. Широкий Рейн отделял русскую армию от пределов Франции. Прошел год с тех пор, как наполеоновские полчища были изгнаны из России. Пойдем. Вновь стояла зима. Пелена снега скрывала противоположный берег реки, куда предстояло переправиться солдатам русской армии. Тысячи верст отделяли их от родины, а война вела их все дальше. Ваше благородие, а? Чего тебе, Самойлов? А до Парижу-то тут далеко? До Парижу? Ага. А хрен его знает, Самойлов. Пойдем. Матвей! А! Что, Трофим? На! Голодающий! Спасибо.
после поражения под Лейпцигом французский император Наполеон увел остатки своей армии во Францию. Вот уже 2 месяца стояли на Рейне русские войска Александра I и их союзники из Пруссии и Австрии. Командование объединенных сил никак не могло решиться двинуться вперед, чтобы поставить точку в этой бесконечной череде войн, которые уже 15 лет не давали покоя народам Европы. Из воспоминаний участника похода Михайловского-Данилевского. Русский император не хотел даже долго останавливаться на Рейне, а идти прямо в Париж зимою. Но союзники наши как будто оробели при виде границ Франции, вероятно, от неудачных покушений их в прежние войны. Разрешите? Виноват, ваше высокопревосходительство, тут союзники гостиниц передали. Ну так тарелки давай. Понял, сделаем. По донесению каптенармуса австрийского, русский солдат в форме его величества казачьего полка отобрал у означенного каптенармуса 500 граммов колбасы. Самойлов? Никак нет. Виноват. Презент. И бутыль рому. Рому? И нанес телесное оскорбление. Какого рому? Мне про ром ничего не известно. Это не тот. Бокалы давай. Вот. Благодарю, ваше высокопревосходительство. Вот сейчас бы Бонапарта вот взять и додавить бы. А то ведь уже который день без сухарей да без мяса. Пока до Парижа дойдем, так и с голоду помрем. Ага. Самойловым не помрем. Австрийцы да прусаки свои фурштаты освободили. Думают, что все сделано. Неохота им за Рейн-то идти. Этих жизнь ничему не научит. Почитай, вернись мы сейчас домой. Сызнова под Бонапарта не пройдет и годы лягут. И они не себя уже победителями почитают. А что же наш царь-батюшка-то, а? Не нашего это ума дело. Ты свое думай. Виноват. Разрешите идти? Ступай. Самойлова поблагодари. Да про ром спроси хорошенько. Через неделю... Виноват. Идем за Рейн. Я так думаю. Союзные войска их были утомлены. Однако не это задерживало продвижение австрийцев и пруссаков. Рейн виделся им тем рубежом, с достижением которого их война должна была кончиться. Австрия не желала отречения Наполеона и стремилась лишь ослабить его могущество. Король Пруссии не хотел рисковать своей армией после изгнания французов из Германии. Только прусский генерал Блюхер говорил о Наполеоне: «Der Kerl muss runter» – «Молодчик должен пасть». Но храбрый генерал влияния на политику не имел. Англия также достигла своих целей. Ее экономическое и политическое влияние было восстановлено, и тратить деньги дальше Британия не хотела. Английский представитель лорд Каслри настоятельно предлагал императору Александру заключить мир с Наполеоном. Александр, единственный из всех монархов, стремился к низложению Наполеона. Сожженная Москва требовала отмщения, но русский император понимал и другое. Мир с Наполеоном сегодня – это новая война с ним завтра. Наполеон в очередной раз собирал новую армию. Он лишился содействий подвластных ему государств,
В казне не было средств. Истощенная войнами Франция желала мира во что бы то ни стало. Народ с неохотой и даже сопротивлением давал новобранцев на пополнение армии. Александр I прекрасно понимал, что именно сейчас нужно нанести последний удар. Он настаивал, уговаривал, требовал, пуская в ход все свои дипломатические таланты, чтобы заставить союзников двинуться во Францию. Наконец, 1 января 1814 года, ровно через год после перехода через Неман, русские войска переправились через Рейн в районе Базеля, вступив на территорию Франции. Александр стоял у моста и, глядя на свои войска, вспоминал прошедший год, начавшийся для него в Литве и закончившийся на французской границе. Александр и его армия шли туда, куда звали не ими начатая война и долг перед собственной страной и народом. Муки возьми, да расписку оставь. И гляди там у меня. Все сделаем, ваше благородие. Вы же меня знаете. Ну, как ты кобылу запрягаешь, а? Ну? Здравия желаем, станичники. А что, овса горсть не сыщется? А ты узду надень. Да под седло. А то от овса брюхо вздует. Да не мне. Куда моим копытом под седло? Это для Васьки нашего. Вон она. Нам сухарей да мяса вчерась выдали. Так он же нашего кавардаку есть не станет. Хорош, гренадер, хорош. Откуда же у вас такая кавалерия? Самих родных кор с нами. Примкнул бедолага и шагает. Но вроде как собачонка. И как это вы его до сих пор не съели? Ваше благородие, да как же это? Да и куда его есть, козла-то? Жилые одни по военному времени. Пущай государю послужит. А ну не болтать мне! Самойлов, выдай им охапку сена да овса. Овса? Козлу? Нету. Поговори мне, рому тоже не было. Эх ты, братец. Да ведь это же само немецкий козел. Союзник ничем не хуже австрияка. Это, брат, политика. О! Ибо союз – это нерушимая рать на главу супостата. И против него восстает всякая тварь. Разумная и бессловесная. Дабы изловить врага рода человеческого. Изловить? Непременно изловить. Бонапартия. А как же? На то мы и состоим, на царской службе. Ну, изловить это по-нашему. Особенно Бонапартия. Ладно, принесу твоему Ваське овса. Жди. Ну что, Васька? Русской армии гвардии козел. Ждет своей порции овса. Подними и ты Бонапарта на рога. Давай. И морковку тебе. Сир, неприятельские армии 1 января перешли через Рейн, и нашествие развивается по Эльзасу и Франш-Конте. Веллингтон на юге из Испании перешел через Пиренеи и вторгся в Южную Францию. Война, и только война, должна была решить все. Я выезжаю к армии. Но, сир, подготовка новобранцев не закончена. Набор продолжается. Ней-ней. Мы еще побьем их. Вспомните себя под Красным и на Березине, под Люцином и Дрезденом. У них нет единства. Мы разобьем их по частям. Thank you.
13 января император выехал из Парижа, оставив там жену и сына. Он уже никогда не увидит свою семью. Утром следующего дня он прибыл в Шалон, где народ все еще кричал «Виват императору!». Пока Наполеона спасали разногласия в стане союзников. Австрия, не заинтересованная в дальнейших сражениях, через Шварценберга сдерживала продвижение Соединенной армии. Но прусский фельдмаршал Блюхер, как и Александр I, стремился на Париж. И основные сражения развернулись между Наполеоном и Силезской армией Блюхера. Шварценберг и его главная армия ограничивались вспомогательной ролью. Все русские части были распределены между этими соединениями, подчиняясь иностранным главнокомандующим. Против более чем 200 тысяч войск союзников Наполеон имел около 70 тысяч солдат, которые старались по мере сил задержать противника. Казалось, эта борьба изначально была обречена на поражение, но время показало, что положение французов вовсе не безнадежно. Союзные части были вынуждены останавливаться на зимние квартиры, защищать дороги и блокировать множество французских крепостей. Это распыляло силы, и когда дело доходило до сражения, оказывалось, что из всей огромной массы войск французам противостоят лишь отдельные корпуса. Маршалы, зная соотношение сил, не очень верили в победу. Наполеон же был бодр и оживлен, стараясь вдохнуть эту бодрость и в солдат, и в маршалов. Император решил атаковать Силезскую армию Блюхера, хотя и слабейшую, но более опасную. 29 января произошло сражение под Бриеном. 40 тысяч солдат союзных войск против 30 тысяч Наполеона. Противники потеряли по 3 тысячи человек. Блюхер отступил и соединился с войсками Шварценберга. 10 февраля под Шампобером 30-тысячная армия Наполеона атаковала русский корпус генерал-лейтенанта Алсуфьева, который имел всего 3700 человек. Первые атаки французов были отбиты, но силы были слишком неравны. Русский корпус расстрелял все боезапасы и был окружен, потеряв убитыми и пленными около 2000 человек. Часть солдат смогла вырваться из окружения, но раненый Алсуфьев попал в плен. Алсуфьев Захар Дмитриевич, генерал-лейтенант. Участник всех военных кампаний против наполеоновской Франции. Герой Бородинской битвы и всех крупных сражений против Наполеона. Неоднократно ранен. Под Шампобером пытался вырваться из окружения, но получил штыковое ранение и попал в плен. Освобожден через несколько недель после взятия Парижа русскими войсками. После первых успехов Наполеон был в прекрасном расположении духа. Перед маршалами опять был генерал Бонапарт, молодой герой Италии и Египта, который поддерживал дух командования, вселял бодрость в солдат и успокаивал министров. На другой день он повернул к Монмиралю, где стояли русские и пруссаки. Битва закончилась блестящей победой Наполеона. Союзники потеряли 8 тысяч человек. Наполеон – меньше 1 тысячи. У шато Тьерри, где стояло около 18 тысяч пруссаков и около 10 тысяч русских, французская армия уничтожила около 3 тысяч человек, потеряв всего 600. «Я нашел свои сапоги в итальянской компании», — говорил Наполеон, вспоминая свои молниеносные победы 1796 года. Невероятно, но с 10 по 14 февраля в течение 5 дней он провел 4 победоносных сражения, одержав 4 блестящих победы. Армии Блюхера грозило полное уничтожение, и он был вынужден соединиться с главной армией Шварценберга. Первый поход на Париж провалился. Вот так-то, Самойлов. Ваше благородие! Самойлову отдай. Это что? Как что? Вино. А рому нету? Так ведь разбилось же! Карпов, ты что ли? Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! Что с тобой, ранен? Да так, ерунда, сабли зацепило. А Самойлов что? Пуля в плечо на вылет. Да, оклемается. Вот лошадь жаль только убила. Так рому ему дай.
Да не было рому! Ваш высок, бутылка разбилась! Ну, коль врет, оклемается. Михайлов, прикажи казакам выдать водки, догоняй. Ну что, даст бог, свидимся? Даст бог. После ряда тяжелых поражений и все меньше веря в успех, главная армия союзников вновь медленно двинулась к Парижу. Наполеон собирался атаковать на марше ее отдельные корпуса, но наученные горьким опытом союзники собрали все силы в кулак. Победить в сражении противника, настолько превосходящего его по силам, Наполеон не мог. И он выбрал иной путь – прорваться к своим северо-восточным крепостям, чьи гарнизоны должны были пополнить его войска. За Париж император не страшился. Он знал, что Шварценберг не решится идти на столицу, имея Наполеона у себя в тылу. Император просто уводил за собой от Парижа вражескую армию. Он двинулся на северо-восток, вдоль долины реки Об, через городок Арси-сюр-Об. 20 марта французы столкнулись с войсками Шварценберга и после сражения перешли за реку Об. Пока план Наполеона удавался, Шварценберг повернул свои войска за ним. Здесь сведения от генерала Чернышова и вести из Берлина и Вены. Государь, не сражайтесь с ним. Наполеону только этого и нужно. Он уводит вас от Парижа на север. Наш совет – идти на Париж. Немедленно. На Париж, я говорил им на Париж. Полагаю, еще не поздно. На юге герцог Веллингтон движется к Тулузе. Он не прочь присвоить себе звание покорителя Парижа. И еще. Наполеон вновь пытается договориться с Австрией. Император австрийский предпочитает видеть в Париже Наполеона, а не Александра. Шварценберг на Париж не пойдет. Ну что ж, посмотрим. Сейчас от его решения, русского императора, зависел исход этой нескончаемой войны. Войны, которая тянулась с тех пор, когда на русском престоле еще сидела его бабка, императрица Екатерина Великая. 12 марта Александр I объявил о бесповоротном решении – идти на столицу Франции. Шварценберг преследовал отступающего Наполеона, который все дальше уводил союзников от Парижа. Русский император догнал Шварценберга и короля Пруссии и изложил им свой план. Александр спросил прусского короля Фридриха Вильгельма, помогут ли пруссаки ему в этом намерении. Когда король согласился, Александр обратился к Шварценбергу. Шварценбергу не оставалось ничего, как согласиться. Он тут же послал приказ идти на Париж. Чтобы ввести Наполеона в заблуждение, вслед французским войскам направили кавалерийский отряд генерала Винценгероде. Генералу приказали высылать вперед команды, будто бы для заготовления квартир союзным монархам, чтобы ввести Наполеона в заблуждение и уверить его в том, что союзники идут по пятам императора. Тем временем союзная армия готовилась нанести решающий удар. 15 марта армии Блюхера и Шварценберга повернули на Париж. При селении Фер-Шампенуаз союзная кавалерия встретила корпуса маршалов Мармона и Мартье и большой отряд национальной гвардии, которые спешили на соединение с Наполеоном. После сражения французы отступили к Парижу. Лишь через две недели, 27 марта, Наполеон узнал о том, что враг двинулся на столицу. Император находился в городке Сен-Дизье, в 180 километрах от Парижа. Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать. Император бросился на спасение Парижа. Опережая армию, он через два дня прибыл во дворец Фонтенбло. От столицы его отделяло 50 километров. К 5 апреля Наполеон рассчитывал иметь в своем распоряжении 70 тысяч человек и с ними двинуться на защиту города. Но было слишком поздно.
Союзные армии уже подошли вплотную к передовой линии обороны Парижа. Около 100 тысяч солдат, из них 63 тысячи русских, готовились к штурму. По разным данным, у французов в Париже было до 26 тысяч регулярных войск и от 6 до 12 тысяч ополченцев Национальной гвардии. Нехватка войск частично компенсировалась высоким боевым духом защитников города и их надеждой на скорое прибытие Наполеона с армией. Сам Наполеон вовсю вел переговоры о мире с австрийским императором. Шварценберг получал из Вены письма, которые предписывали ему уклоняться от активных боевых действий. Но 30 марта, в тот самый день, когда Наполеон прибыл в Фонтенбло, русские и прусские корпуса пошли на штурм столицы Франции. Прохоров! Выдвинуть два орудия против вон той башни! Стой! Это еще кто? Брат, гляди-ка, в белых перчатках, словно жених. Не то что мои оборванцы. Откуда таким щеголем-то? Виноват, ваше высоко... прапорщик Саблин, выпущен из кадетского корпуса. Только вчера прибыл в армию, к своей батарее. Тотчас приступил к делу. Вот что, прапорщик, видишь вон ту башню? Там твои юные товарищи по искусству на нас свои умения пробуют. Заставь-ка их замолчать. Докажи, что Саблин свое дело лучше знает. Слушаюсь! Батарея! К заряду! Юнец, ваше превосходительство. Фейерверкер! Пли! Ваше высоко... Вижу, вижу, вижу! Ай да Саблин, ай да молодец! Гляди, не испачкался совсем! Прохоров! Теперь прусаки! Ну что, орлы немецкие? Гвардия, вперед! Ермолов с гвардией захватил господствующие над Парижем высоты и установил там батареи. Прусские гвардейцы понесли большие потери. И Ермолов шутил, что он пруссаков вывел в расход. Шутка эта показалась не очень смешной прусскому королю. И Ермолов, вопреки ожиданиям, так и не получил прусский орден Черного Орла, который ему сулили. Но зато действия генерала оценил русский царь, вручив ему орден Святого Георгия второй степени. За всю историю этого ордена вторая его степень вручалась всего 125 раз. Ермолову Александр поручил написание манифеста о взятии неприятельской столицы. Судьба Парижа, казалось, была предрешена. К 5 часам дня командующие обороной Парижа маршалы Мармон и Мартье отправили к русскому императору парламентеров. Именно Мартье был губернатором Москвы во время ее оккупации Наполеоном. Именно он отдал приказ о взрыве части Кремлевской стены. Теперь ему предстояло уберечь от разрушения свою столицу. Маршалы все еще надеялись на подход Наполеона с армией и всеми силами стремились оттянуть начало окончательного штурма. В ход были пущены все средства, чтобы отложить сдачу города. Один из французских парламентеров передал Шварценбергу письмо от Наполеона. В нем Бонапарт извещал фельдмаршала о том, что уже договорился о мире с австрийским императором и призывал австрийские войска прекратить боевые действия. Они надеются на своего императора и мир с австрийцами. Сейчас или никогда. Сдача города со всем гарнизоном. Это мое последнее слово. Когда французам сообщили условия сдачи, те заявили, что такая капитуляция невозможна, что солдаты не сложат оружие и будут сражаться за каждую улицу и каждый дом. В это время вдалеке стала слышна артиллерийская канонада. Русские войска графа Ланжерона штурмовали Монмартр. А
Довольно слов, господа. Я прикажу остановить сражение, если Париж будет сдан. Иначе к вечеру не узнают место, где была столица. Ну что, Самойлов, вот ты и в Париже. Парламентеры возвратились в Париж. С ними отправился полковник Михаил Орлов, чтобы оговорить окончательные условия капитуляции. Подлинно прекрасная победа. Раздавить 30 тысяч храбрых французов соединенными силами целой Европы. Послушайте, не сердитесь на нас слишком за нашу вежливость. Мы хотели бы во что бы то ни стало отдарить вас за посещение, которым вы удостоили нас точно в том же сопровождении. Жителей Парижа охватил ужас. Зная о судьбе Москвы, они опасались, что их столицу ждет та же участь. Но любопытство пересиливало страх. Парижанам настолько не терпелось увидеть своих врагов, что они толпами стремились на Монмартр, чтобы взглянуть на русских. В это время в Париж прибыл дивизионный генерал Жерарден с приказом от Наполеона взорвать огромный Гринельский пороховой склад в Париже. От этого взрыва едва не половина города с его памятниками могла попросту взлететь на воздух. Командующий пороховыми запасами Парижа полковник Лескур, услышав этот приказ, не поверил своим ушам. Он потребовал письменного приказа, заверенного императором. Не получив ответа, Лескур решил приказ не выполнять. Впоследствии за спасение Парижа Александр I наградил Лескура алмазными знаками ордена Святой Анны. В 2 часа ночи капитуляция была подписана. Французским войскам разрешалось беспрепятственно покинуть город до 7 часов утра с оружием и артиллерией, оставив в неприкосновенности все военные арсеналы. Поздравляю вас! Ваше имя связано с великим событием. Орлов Михаил Федорович, внебрачный сын одного из знаменитых братьев Орловых, фаворитов Екатерины II. Участник многих военных кампаний, сражался под Смоленском и при Бородине, а затем в партизанском отряде Дорохова. За подписание капитуляции Парижа получил звание генерал-майора. Один из основателей преддекабристской организации «Орден русских рыцарей». После восстания декабристов был арестован, но вскоре выпущен по ходатайству старшего брата, генерала от кавалерии Алексея Орлова. Сражение за Париж стало в кампании 1814 года одним из самых кровопролитных для союзников. За день боев они потеряли более 8 тысяч солдат, из них более 6 тысяч русских. Тем не менее, войскам был отдан строжайший царский приказ – обходиться с жителями как можно дружелюбнее и побеждать их более великодушием, нежели мщением, отнюдь не подражая примеру французов в России. Всю ночь армия готовилась к торжественному вступлению в столицу Франции. Многие из этих солдат, офицеров и генералов воевали с французами еще во времена Суворова. Здесь были те, кто помнил поражение под Аустерлицем, те, кто защищал Смоленск и стоял насмерть. От самых стен сгоревшей Москвы они гнали врага через всю Европу и, подарив свободу ее народам, заканчивали свой великий поход в поверженном Париже. В истрепанной одежде и стоптанных сапогах они мало годились для парада. Войска Раевского в мундирах, снятых с убитых неприятелей, более походили на французов. В частях Евгения Вюртембергского, которые первыми ворвались в Париж, едва нашлось 1000 человек, прилично одетых и обутых. Но солдаты чистили оружие, мелом натирали ремни и зашивали кители, порванные французскими штыками. 1200 километров от Немана до Москвы.
Более 3000 километров от Москвы до Парижа. Пешком, сквозь огонь сражений, атакуя и отступая, по пыли, грязи и снегу. Они сменили не одну пару сапог и теперь ваксили и чинили свою разбитую в прах обувку. Еще трудно было поверить, что это та самая победа, о которой они мечтали столько лет. Русские солдаты готовились к параду, главному параду войны и всей их жизни. Очень торопившиеся к Парижу австрийцы неожиданно полезли вперед, настаивая, чтобы именно они первыми вошли в столицу Франции. Но их, что называется, попросили посторониться. Порядок вступления был определен следующий. Первой шла прусская гвардейская кавалерия, затем русская легкая гвардейская кавалерийская дивизия, австрийская гренадерская бригада, затем русские войска. 31 марта с барабанным боем, музыкой и распущенными знаменами через ворота Сен-Мартен гвардия входила в Париж. Во главе огромной свиты свыше 1000 генералов и офицеров разных армий в город въехали российский император Александр I и другие монархи. Столица от мала до велика была на улице. Событие небывалое. Последний раз вражеские войска вступали в Париж в 15 веке, когда англичане во время Столетней войны овладели городом. Теперь же бывших врагов встречали словно своего императора. Тысячи парижан восхищались блестящим видом российской гвардии и красавцев-офицеров. Нельзя было сказать, что еще вчера они были в огне и пороховом дыму. Француженки выглядывали из окон, посылали из толпы воздушные поцелуи, подбегали к офицерам и просили уступить им на минутку лошадь, чтобы увидеть русского императора, спрашивая, каков он. Они, видать, воображали увидеть в русских варваров, питающихся человеческим мясом, а в казаках бородатых циклопов. Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге? Ведь право, когда-то величая Наполеона, они меня считали за простачка. Не знаю, государь, но слова, которые я удостоился услышать от вашего величества, впервые были сказаны монархом своему подданному. О чем думал русский император в ту минуту? Наверняка вспоминал и свое поражение под Аустерлицем, и смятение во время нашествия 12-го года. Тогда он дал слово, что не заговорит о мире, пока последний вражеский солдат не покинет его страну. Он сдержал обещание. Теперь во вражеской столице, сохраненной его усилиями от пожаров, разрушений и грабежа, царя встречала ликующая толпа вчерашних недругов. Такого ли восторженного приема ждал в покоренной Москве Наполеон? Но Москва встретила его огнем. Русский царь и его армия отомстили за свою древнюю столицу милосердием и великодушием. В течение 4 часов Александр принимал парад союзных войск.
после чего пешком отправился в дом бывшего министра иностранных дел Франции Талейрана на совещание с тем, чтобы наметить переход к новой власти. Русский император решил довести дело до конца и заставить Наполеона отречься от престола. Наполеон оставался в Фонтенбло под Парижем. 4 апреля он подписал отречение в пользу сына, но все еще верил, что сумеет отбить и Париж, и трон. Однако часть французской армии уже перешла на сторону союзников, что дало Александру повод ужесточить условия. 6 апреля к Наполеону пришли его генералы и маршалы. Бывшие соратники, которые теперь были готовы отречься от него. Бертье. Макдональд. Калинкур. Ней. Сир, они требуют полного отречения. Ней, мы должны идти на Париж. Сейчас. Мы их разобьем. Трудно будет заставить солдат сражаться на развалинах Парижа. Сир, они требуют отречения. Если только я препятствие миру моего народа, то я готов отречься. А может быть, пойдем на них? Мы их разобьем. Апреля Наполеон подписал акт отречения от престола Франции за себя и своих наследников. В тот же день французский сенат провозгласил королем Людовика XVIII, брата казненного во времена революции короля Франции. Согласно решению союзных монархов, Наполеон получал во владение остров Эльба в Средиземном море. Из всей армии он мог взять с собой на остров батальон гвардии. К 11 апреля его оставили все. Из многочисленного окружения с императором остались лишь генерал Калинкур, врач и несколько слуг.
Остальные бросились в Париж начинать новую карьеру при новом дворе. Во дворце Фонтенбло собирались к отъезду. Сюда, на помощь. Этот яд приготовил ему доктор Юван в тот день, когда в России под Малоярославцем император едва не попал в плен к русским казакам. Яд не подействовал. По-видимому, он разложился под воздействием времени. С 20 апреля сборы были закончены. Наполеон пожелал проститься с гвардией. Солдаты взяли на караул, и знаменосец генерал Пети преклонил знамя старой гвардии к его ногам. Эти солдаты прошли с ним все войны и все сражения эпохи. Горы Италии, поля Австрии и снега России. Они были готовы, не раздумывая, отдать за него свою жизнь. И не раз доказывали это на деле. А он, заботясь о них, как о своей семье, не раз бросал их в огонь, зная, что они вновь принесут ему победу. Теперь эти усатые великаны плакали, как дети. По подсчетам историков, число только французских граждан, погибших в наполеоновских походах и сражениях, составляет 471 тысячу убитых и 530 тысяч пропавших без вести. Сюда не вошли тяжело раненые, умершие не на поле боя, а позже в военных госпиталях. К этой цифре следует добавить иностранцев, погибших, сражаясь в рядах наполеоновских армий. По разным оценкам, их насчитывается от 2 до 4 миллионов человек. 16 апреля Наполеон вступил на борт английского фрегата «Неустрашимый» и направился на остров Эльба. Грандиозная героическая эпопея всемирной истории закончилась. Он простился со своей гвардией. Вот так вот, Самойлов, англичане пишут про твоего императора. Простился. Ишь ты! Ваше благородие, а этот остров Эльба далече находится? Да не то чтобы. Ну вон как от Москвы до Самары. Так это ж рукой подать. Рукой-то оно рукой. Да вот только личность тебе это больше не понадобится. Можешь в реку ее бросить. Нам-то с тобой его выручать с острова как-то не с руки. Хе! Найдутся выручатели. Вот вы, государь, воля ваша. Ну вот не тем опричникам вы доверили супостата. Ну англичане, ну выпустят они его на волю. Ну выпустят, али сбежит. Еще побегаем за ним. Еще побегаем за ним. Самойлов, дурья твоя башка. Ну, Васька, не съели козла-то, а? Здравия желаю, ваше благородие! Здорово, дьяк! О, а я как погляжу, да вы с козлом уже русской армии унтер-офицеры, а? Пожалован за заслуги перед государством. В кровавой баталии за взятие городу Парижу. А вот ты, дьяк, как думаешь, сбежит Бонапарт от англичан, али как, а? Само собой. Конечно, ваше благородие, что несомненно сбежит. Ему дьяволу сам нечистый ворожит. На то и поставлено воинство крестьянское, чтобы народ православный от этой напасти боронить. И как сказано... Вот и я говорю, ей-богу, удерет. Удерет. А если не удерет, так скучно без него будет.
Ничего, новый завсегда сыщется. Такого сыщи. Весной 1811 года Наполеон в беседе с баварским генералом Вреде заявил, что через 3 года будет господином мира. 3 мая 1814 года, ровно через 3 года после знаменательной беседы, несостоявшийся господин мира направлялся, как говорили, в почетную ссылку. В его распоряжение был отдан остров в 300 квадратных километров с 3 небольшими городами, населенный 3000 жителей. Наполеону разрешили взять с собой 3 генералов и батальон гвардии. Он был объявлен императором острова, и ему даже разрешили держать личную охрану. Тем не менее, остров постоянно контролировался британскими военно-морскими патрулями. В Европе аристократия праздновала победу, а монархи и дипломаты готовились к подписанию нового мира, к новому разделу Европы, к прибытию нового короля Франции. В английском языке даже появился палиндром, фраза, которая читается одинаково в обе стороны. «Мог я все, прежде чем увидел Эльбу». Самый известный пленник в истории приближался к острову Эльба. Император без империи, полководец без армии. Но не пройдет и года, и мир вновь содрогнется, вспомнив имя Наполеона Бонапарта. Апрель 1814 года. Русская армия, покорившая Париж, теперь сама была покорена Парижем. Русский император мог быть великодушным. Он достиг своей цели. Сдача Москвы была искуплена взятием Парижа. Приказ Его Величества императора Александра. Обходиться с жителями как можно дружелюбнее и побеждать их более великодушием, нежели мщением. Отнюдь! Не подражая примеру французской армии в России. Французской армии в России не подражая. А вы что, сволочи, себе позволяете? Вы посмотрите, вы же всего французского карта! После 3 лет кровавой войны сердца русских воинов наполняло чувство победы. А весенний Париж мог вскружить голову любому.
приказал выдать войскам очередное денежное содержание, а гвардии – годовое жалование не в зачет. Генерал Милорадович даже выпросил у императора деньги за 3 года вперед и умудрился израсходовать в Париже все до последней копейки. Офицеры ходили по музеям и театрам, спускали деньги в игорных домах и казино, закатывали пирушки, не жалея средств ни на вино, ни на женщин. Из воспоминаний русского офицера Ковальского. Офицеры, имевшие свое собственное состояние, обращались к банкирам с простым удостоверением от корпусного командира, что они – люди со средствами и получали под векселя значительные суммы. Долги эти возвращали далеко не все. Когда в 1818 году русская армия навсегда покидала Париж, эти векселя большей частью были оплачены командиром русского оккупационного корпуса во Франции графом Михаилом Воронцовым. Для этого ему пришлось продать одно из лучших своих имений. Среди солдат регулярной русской армии имели место случаи дезертирства. Бывшие крепостные убегали к французским фермерам, которые хорошо платили за работу. Однако ни одного подобного примера не было в казачьих полках. Казаки стояли биваками прямо в городском саду на Елисейских полях. Коней они купали в сене, привлекая любопытные взоры парижанок, поскольку эти водные процедуры принимали так же, как на Дону, то есть нагишом. У француженок казаки имели бешеный успех, а для художников стали излюбленной натурой. Степные варвары вошли в моду. Казаки и во Франции оставались казаками, не упуская случая поживиться. Они не гнушались продавать прихваченное в походах добро, а в прудах дворца Фонтенбло выловили всех знаменитых зеркальных карпов. Ты мне, Карпов, ответишь за этих карпов. По всей твоей подходящей по этому поводу фамилии! Ваше высокопревосходительство, Алексей Петрович, Христом Богом, не мои, это не мои! Я тебя зачем в Фонтенбло посылал? Рыбу ловить! Все сделал, как вы велели, как на духу. А может быть, это генерала Иловайского, это его на руку того? А моих вы все знаете? Знаю, как облупленных, от того и спрашиваю. Ты у меня, Карпов, гляди, тут и без тебя. Что у тебя там? Виноват? Мыши? Приберись тут, станицу устроили! Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. За порядком в городе следили французские подразделения, забирая нарушителей спокойствия под арест. В городе, наводненном войсками, то и дело вспыхивали ссоры между вчерашними союзниками. Самойлов! Атмосфера Парижа Самойлов! Тому благоприятствовала. Самойлов, выходи, скотина! Я, ваше благородие! Что там у тебя? Никого. Ага. Что случилось, Семён? Уйди! Да ты еще и Семён! Ваше благородие! Ваше благородие! За рублю! Скотина! Ваше благородие! И ты, скотина! Не надо! За рублю! Ваше благородие! Сергей Волконский называл Париж нравственным Вавилоном новых времен. Особенно популярным стал знаменитый Пале-Рояль, где и оседала большая часть офицерского жалования. Из воспоминаний русского офицера Черткова. На 3-м этаже – сборище публичных девок, на 2-м – игра в рулетку, на антресолях – судная касса, на 1-м этаже – оружейная мастерская. Этот дом – подробная и истинная картина того, к чему приводит разгул страстей. Солдаты не так уж часто выходили в город, но поддерживать дисциплину в армии становилось все труднее. Многие офицеры даже перестали носить военную форму, приезжая на смотры в гражданской одежде. Все это не могло не беспокоить царя, который прекрасно понимал, что победа над армией Наполеона – это лишь половина победы в войне. Теперь, когда в дело вступали дипломаты, его главным козырем по-прежнему оставалась сильная боеспособная армия. У тебя, Алексей Петрович, гренадиры разучились маршировать? На вчерашнем параде взвод сбился с ноги. Из-за неправильной музыки, Ваше Величество. Арестовать и припроводить на гаупвахту батальонного и полкового командиров. Государь,
полковники сии отменные офицеры. Уважьте их служб, особливо не отправляйте на иностранную гауптвахту. У вас на то Сибирь имеется и крепость. Исполняйте свой долг. Русские полковники на французской гауптвахте. Позор ведь какой. Не для того они Наполеона от самой Москвы гнали. А вы скажите государю, что, мол, полковники сии на смотре в селении, что, мол, нету их в Париже, а там государь, глядишь, и забудет. Карпов, дурья твоя башка, кто забудет? Император? Право забудет, у него забот-то вон сколько. Вон и король французский приезжает, да до того ли будет государю императору? Виноват, не моего ума дело. Вот то-то, как бы за такие дела самому в Сибирь не загреметь. Александру предстояло вновь превратиться из генерала в дипломата. Послевоенную Европу следовало обустроить с максимальной выгодой для России, обезопасив ее от новой войны. По инициативе русского императора французский престол возвращался династии Бурбонов, свергнутых революцией, а именно Людовику XVIII. Новый король ехал в Париж. Людовик XVIII приходился братом королю Людовику XVI, казненному во время французской революции. Не отличался ни энергией, ни талантами. Физически был очень неповоротлив из-за чрезмерной тучности. Почти все время наполеоновского правления находился в Англии. Свое восшествие на престол воспринял как нечто само собой разумеющееся, не испытывая благодарности ни к России, ни к приютившей его Англии. Александр понимал, что французы, сбросившие одного монарха, могут также поступить и с новым. Вновь начнутся революция и война. Поэтому русский император поставил условие: Людовик станет королем только если подпишет проект Конституции Франции. Когда Людовик попытался отказаться, Александр заявил, что попросту не пустит его в Париж. Будущему королю пришлось согласиться. Отношения между русским и французским монархами не заладились. Когда на праздничном обеде лакей предложил блюдо Александру, прежде чем Людовику, тот воскликнул: «Сначала подайте мне». Людовик ведет себя так, словно не он мне, а я ему обязан короной. Талейран прав. Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились. Александр не собирался заигрывать с французами. Он не хуже своих офицеров помнил сожженную Москву. 10 апреля, в день православной Пасхи, в Париже, на площади, которую назовут площадью Согласия, состоялось праздничное богослужение. На него пригласили и французских военачальников. После литургии все присутствующие подходили к священнику, целовали крест и с любопытством наблюдали за наполеоновским генералитетом. Ведь те были большей частью даже не католиками, а атеистами. Из письма Александра I в Петербург. «Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели. Мне было забавно видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского православного креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность к нему приложиться». Александр не забыл московские храмы, которые были превращены этими маршалами в конюшни. Но это была единственная месть, которую он себе позволил. Он оставался великодушным к Франции, насколько мог, в отличие от союзников. Французские провинции, занятые австрийцами и пруссаками, были разорены реквизициями, а десятки городов и селений разграблены. В Ножане пруссаки убили человека, растягивая его за конечности и выпытывая, где тот прячет деньги. В Провене они же бросили на угли младенца. Слово «пруссак» стало во Франции самым ненавистным. Немецкий генерал Йорк сказал: «Я думал, что имею честь командовать отрядом прусской армии. Теперь вижу шайку разбойников». Не уступали им и австрийцы. В одном только округе Вандевр, который они занимали, насчитали 550 мирных жителей, умерших от ран и побоев. Грабежи случались и в русской армии, но наказание следовало незамедлительно. Так в Париже один русский солдат был расстрелян лишь за то, что стащил хлеб в булочной.
Как мог русский император пытался спасти Францию от разорения и беззакония? Пытался во имя будущего мира в Европе и безопасности своей страны. Ради этого мира он буквально подарил французский трон Людовику. Но получил вместо союзника нового врага. Приказ по лейб-гвардии гренадерскому полку. А что, полковники сего полка, отправлены на гауптвахту? Как докладывал генерал Ермолов, полковников сих нынче нет в городе. Если сегодня же офицеры сего полка не будут находиться на французской гауптвахте, мой начальник штаба тоже отправится из города. Да в такие места, что на своей карте найти не сможет. Слушаюсь, Ваше Величество. Или вы считаете меня, как казаки, забывчивым, а войну оконченной? Можете идти. Вы можете пойти. Je m'excuse, Votre Majesté. Прошу прощения, Ваше Величество. Людовик что-то затевает с англичанами. Французы готовят тайный договор против России. Австрия готова к ним присоединиться. Сегодня мы должны подписать с этими людьми долгожданный мир. Бурбоны не исправились и неисправимы. 30 мая в Париже был подписан мирный договор между Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией с одной стороны и Францией с другой. Именно Александр сделал все, чтобы условия мира оказались для Франции чрезвычайно мягкими. Она сохраняла за собой практически все свои территории. Ей возвращалась большая часть колоний, утерянных во время наполеоновских войн. Страна освобождалась от выплаты контрибуций. Франции разрешалось оставить у себя практически все предметы искусства, захваченные Наполеоном в Европе. Оставался еще целый ряд вопросов европейского устройства. Их планировалось обсудить через несколько месяцев на конгрессе в Вене, который созывался также по инициативе Александра I. Алексей Петрович, по поводу полковников, которых нет в городе. Арестовать немедленно. Французам их не отдавать. Припроводить ко мне во дворец, где для их содержания будет выделена комната. Слушаюсь, Ваше Величество, будет исполнено. Карпов! Исаул Карпов! Исаул Карпов, Ваше Императорское Величество! Запомни, Карпов, я никогда ничего не забываю. Спроси хоть Бонапарта. Вы ведь с ним встречались? У него тоже память хорошая. Поди вспоминай тебя на Эльбита. Ваше благородие, а разрешите спросить? Наполеон прибыл на Эльбу, не имея никаких планов на продолжение борьбы. Так, во всяком случае, казалось окружающим. В 1811 году, когда Наполеон готовился к вторжению в Россию, баварский генерал Вреде пытался отговорить императора от этой затеи. Тогда Наполеон оборвал его словами. «Через 3 года я буду господином всего света». И вот прошло 3 года. Бывший император владел лишь кусочком суши посреди Средиземного моря. Наполеон казался спокойным. Население острова встретило его с почтением, а он со свойственной ему энергией принялся наводить порядок в своей крохотной стране. Он занимался вопросами торговли и сельского хозяйства, налогами и законодательством, правопорядком и своей небольшой армией. 600 человек гренадер и пеших егерей Старой гвардии, сотня кавалеристов и 300 солдат 35-го полка. Всего с офицерами и генералами 1100 человек. Тихо и однообразно шла его жизнь на острове. Казалось, он навсегда оставил дела Европы.
Но так о Наполеоне мог думать лишь человек, не знавший его вовсе. Уже к осени бывший император стал внимательно выслушивать все, что ему доносили о делах во Франции. А послушать было что. Людовик, его двор, министры и аристократы вели себя так, словно никогда и не было во Франции ни революции, ни Наполеона. Они ждали от народа покаяния и готовности вернуться к прежним порядкам. Но неожиданно поняли, что прежних порядков не восстановить. Прекрасно. После вступления Людовика на трон, все государственное устройство Франции, учрежденное Наполеоном, осталось таким, каким было при императоре. Новая власть ничего лучшего не смогла ни предложить, ни построить. Организация министерств, управление провинциями, полиция, суд, почта, финансы, образование, система формирования и содержания армии, вплоть до ордена почетного легиона, учрежденного Наполеоном, остались точно такими же, какими были при императоре. Большинство из его учреждений действуют до сих пор. Вернувшаяся во Францию знать требовала возвращения земель, дворцов и средств, которые они имели до революции. А это никак не устраивало французских крестьян и буржуазию. Интеллигенцию возмущала жесточайшая цензура. Армия на дух не переносила новой власти и лишь терпела ее. Солдаты и офицеры вспоминали времена воинской славы, которую им принес император. Их маленький капрал, как называли его в войсках. Тот, который делил с ними и трудности походов, и торжество побед. Прекрасно. Бессильные создать хоть что-то взамен сооруженному Наполеоном, бурбоны лишь провоцировали народ Франции словами и делами, расшатывая свое и без того непрочное положение. Их не любили, их презирали, их боялись. А они, казалось, не понимали этого. Зато это прекрасно понимал человек, который своими руками построил новую Францию. Прекрасно. Стоял декабрь 1814 года. Тем временем в Вене собрался конгресс, призванный решить участь новой Европы. Русская армия покинула Париж и пределы Франции. Часть войск, наконец, возвращалась в Россию. Другая же направлялась в герцогство Варшавское. В результате длительных войн в эпоху правления Екатерины II огромное польско-литовское государство Речь Посполита перестало существовать. России отошли литовские, белорусские и украинские земли. Остальную территорию, собственно, Польшу, поделили между собой Пруссия и Австрия. К 1807 году Наполеон восстановил польскую государственность на территории, отбитой у Австрии и Пруссии. Образованное им герцогство Варшавское стало самым верным из союзников Наполеона в войне против России. Именно Польша стала плацдармом, откуда Наполеон обрушил свой удар на восток, а 100-тысячная польская армия вела боевые действия против русских с первого до последнего дня войны. Ваше благородие, вы мне так и не ответили на мой вопрос. На какой? Ну, Бонапартия, видели? Ты о чем толкуешь-то? Ну вот государь сказал, что вы видели Бонапартия, и он вас знает. Да ну, Самойлов, когда это было? Это еще в Тильзите, в 7-м году. Ты мне другое скажи, откуда государь про меня знает? Вот у него казаков-то сколько? А он мне прям так и говорит. Исаул Карпов. Господи помилуй. Ваше благородие, а он-то какой? Кто? Да ну, Бонапартий. Бонапартий? Да никаков, он как наш Терехин. От горшка два вершка. Дело аккурат в Тильзите было, я тогда в карауле стоял во дворце. Ага. И тут, как тут, он из-за портьеры и выходит. Ну, из того зала, где они с нашим государем беседовали, ну, видно, до ветру нужно было. Ага. Мимо меня проходит, я, естественно, на караул с саблей наголо, а он так подходит ко мне,
свою табакерочку открывает. Панюшку табаку взял, понюхал. Да как, чихнет, вот так всего меня и вслюнявил. Вот тут бы его этой сабелькой. И... Не поверишь, Самойлов. Так засмущался, ну, император-то. А. Так, ну, ему так не пристало, собственно, казака-то простого чистить. Так он так пардоньте говорит, улыбнулся и вышел. Да, ваш благородие, оплошал ты. Вот тогда нужно было его, эх, сабли. Да что ты, Самойлов, что ты? Они тогда с нашим государем мирный договор подписывали. Эх, государи пущай подписывают, а мы на то, казаки его величества. Эй, дурья твоя башка. Не понимаю, что ничего в государственной политике. Вот непонятно, откуда государь про мой совет-то Ермолова узнал. Про полковников, про тех-то. Эх, язык мой, враг мой. Да и ты смотри, мне там в Польше не болтают, узнаю я тебя. Да ладно, чтобы я полякам. Да-да. Да ладно тебе. Что с тобой говорить-то, Самойлов? Чтобы обезопасить Россию от ненадежного соседа, Александр I планировал присоединить территорию герцогства Варшавского к Российской империи. А пока 80-тысячный авангард русской армии под командованием Ермолова расположился в Кракове, на самой границе Польши с Австрийской империей. На польские земли претендовала и Австрия, но Александр ответил коротко и ясно. «Я удержу то, что занимаю». К Австрии присоединилась Англия, а затем и Франция. Страна, побежденная русским императором и спасенная им от разорения, также пыталась диктовать свою волю России. Венский конгресс затягивался. Дипломаты, министры и монархи делили Польшу, Голландию, Силезию и Бельгию. Они обсуждали новые границы и устройство новых государств, но за всем этим проглядывалась одна цель – не допустить усиления кого-либо из союзников. И ничего так не боялась Европа, как роста мощи России. А русский император вдруг оказался не столь сговорчивым. За его очаровательной улыбкой и обходительностью проявился жесткий политик, стоящий на страже интересов своей империи. Тот, кто еще вчера устраивал всех как победитель Наполеона, теперь становился противником. Русская армия, уничтожившая Бонапарта, стала ненужной и опасной. Ее хотели видеть не в Париже и не в Польше, а где-нибудь в глубине России. Для Англии, Австрии и Франции вопрос Польши стал костью в горле. Они пытались отговорить Александра, прибегая едва ли не к угрозам. Ответ императора был тверд. «Я в Польше, посмотрим, кто меня оттуда выгонит». И вчерашние союзники, которые своим освобождением от Наполеона были полностью обязаны России, не моргнув глазом, предали ее. В январе 1815 года был подписан секретный трактат о создании союза между Англией, Австрией и Францией против России. Каждая из этих стран выставляла армию в 150 тысяч человек. 120 тысяч пехоты и 30 тысяч кавалерии. Англия обязывалась выплачивать за каждого кавалериста 30 фунтов стерлингов и 20 фунтов за пехотинца, если она не сможет представить подобный контингент. У наших английских друзей все один солдат – золото. Договор сей подписан 3 января, и, возможно, будут приняты и иные меры, ежели Россия не пойдет на уступки в вопросе Польши. Не пойдет. Они хотят новой войны? Войны с Россией? Они ее получат. Европа была всего в одном шаге от новой войны. Но события развивались совершенно неожиданным образом. 26 февраля 1815 года на острове Эльба в городе Порто-Ферайо французскому гарнизону был отдан приказ прибыть в порт при полном вооружении. Все 1100 солдат, находящиеся в распоряжении Наполеона, погрузились на небольшие суда. Солдаты не имели ни малейшего представления, куда они направляются. Но когда на борт поднялись Наполеон и генералы, все стало ясно. Порт огласили крики «Да здравствует император!» Ваше благородие, пишите письмо государю. Какому государю? Ты что несешь? Самойлов, как обычно. А вот что. Сено. 5 рублей без малого. Это не сено. Это солома. Тьфу. Чем лошадей кормить-то? Пишите письмо государю.
Ну да. О. Угу. Пишите. Ты думаешь, что говоришь? Он кто? Государь. Ну? А я кто? Ну так он же ж вас помнит, знает. По всей вашей фамилии помнит же ж. Помнит-то помнит. Ну вот скажи мне, что будет, если каждый ему письмо писать начнет, а? Так и я ж не о пустом-то толкую. Сено — это ж не сено. А он опять на Бонапартия пойдем. Чем лошадей кормить? Ну, ты в своем уме? Твой Бонапартий где? На острове. Рыбку удит. Слушай, если ты такой умный, то садись и сам пиши ему письмо. Синюхин! Я ваш благородие! Тащи бумагу и чернила. Самойлов письмо писать будет. Так это, ваш благородие, так я слов-то мало знаю, чтоб писать-то... Посунься. О! Ну вот ты их всех в один рядок и напиши. Писатель! Ваше благородие! Тревога! Общий сбор! 1 апреля флотилия причалила во Франции в бухте Жуан, недалеко от мыса Антиб. Таможенная стража радостно приветствовала императора. Города Кан и Грасс оказались в его власти, даже не пытаясь сопротивляться. Отряд во главе с Наполеоном немедленно двинулся на север горными дорогами на Гренобль и достиг города через 6 дней. Гарнизон Гренобля заявил, что сражаться с императором не будет. Вскоре в Гренобль прибыли все окрестные гарнизоны, и Наполеон возглавил отряд из 7000 человек при 30 орудиях. Император шел на Париж, уверенный, что войдет туда, не сделав ни единого выстрела. Австрию и Пруссию охватывала паника. Их войска уже покинули Францию. Русская армия также большей частью вернулась на родину, а отношения с русским императором были испорчены. Без русских союзников противостоять Наполеону было, мягко говоря, боязно, ведь предыдущие войны против Наполеона и Австрия, и Пруссия проиграли вчистую. И уж совсем неспокойно почувствовали себя во дворце Людовика. Полки переходили на сторону Наполеона. Города сдавались ему без малейшего сопротивления. У Людовика оставалась надежда только на одного человека. Маршал Ней был очень популярен в войсках. Сам Наполеон вручил ему маршальский жезл и назвал храбрейшим из храбрых. Я привезу его пленником в железной клетке. Ней был против наполеоновского предприятия и не ждал от него ничего, кроме новых бедствий для Франции. И он дал обещание королю остановить корсиканца. Но всего через несколько дней в Париж пришло известие, что Ней вместе со своими войсками перешел на сторону императора. 19 марта Наполеон вошел в Фонтенбло. В эту же ночь король Людовик и его свита бежали в сторону бельгийской столицы. На следующий день император торжественно въехал в Париж. Путь, который Наполеон прошел от побережья Франции до столицы, и та легкость, с которой он вернулся на престол, не сделав ни единого выстрела, повергли Европу в шок. Под страхом нового воцарения Наполеона иностранные монархи и министры были готовы пойти на все, лишь бы русская армия примкнула к новой коалиции против Франции. Наполеон, в свою очередь, как мог, пытался не допустить этого. В архиве Министерства иностранных дел он нашел копию секретного соглашения о военном союзе против России и отправил этот документ Александру, надеясь расколоть новую коалицию. Судя по всему, Наполеон вновь хочет подружиться с Россией. Они все готовы предать друг друга. Наши союзники, конечно, мерзавцы, но узурпатор страшнее. Готовьте войска. Мы возвращаемся во Францию. Говорить ли об этом документе союзникам? Зачем? Они и так об этом знают. Эту землю населяют 30 миллионов двуногих животных, обладающих даром речи, но не имеющих ни правил, ни чести. Вскоре были подписаны договоры о разделе герцогства Варшавского на условиях, предъявленных России.
Немедленно была создана новая антифранцузская коалиция, которая объявила Наполеона вне закона, как врага человечества. Союзные армии вновь двинулись к границе Франции. К июню 1815 года Наполеон имел в своем распоряжении 198 тысяч солдат и офицеров, разбросанных по всей стране. По примерным оценкам, союзники направили против него следующие силы. Австрийская армия – 230 тысяч человек. Прусская – 310 тысяч. Английская – 100 тысяч. Русская – 250 тысяч. Командовал союзными войсками английский фельдмаршал Веллингтон. Однако большей части союзных сил предстояло преодолеть немалое расстояние до французской границы. И самый долгий путь предстоял русским войскам. Пока армии России и Австрии двигались по дорогам Европы, Наполеон решил разделаться с теми из союзников, которые находились непосредственно вблизи его границ. Английскими войсками Веллингтона в Бельгии и прусской армией Блюхера, которая располагалась между Шарлеруа и Льежем. Так началась последняя военная кампания Наполеона. Фу-фу. 3 июня русский корпус генерала Ермолова подошел к границе Франции. Иди-ка, голубчик, отдыхай. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Тихо вы! Спите. Виноват, ваше высокопревосходительство. Не заметил? Греешься. Прошлой зимой холоднее было. Да ты садись, садись. Слушаюсь. Забавные поделки. У меня в детстве такая была. Так это я когда 4 года назад к границе ехал. Моя жена на сносях была. Потом измене писали, мол, сын родился. Уже, почитай, 4 года. А я все на войне. Из Москвы в Вильну. Потом до Москвы с князем Багратионом отступал. Потом снова в Вильну. Так и доехал до самого Парижа. Потом из Парижа в Польшу вернулся. Теперь выходит вот... Снова из Польши в Париж, потом домой, надеюсь. Это ж сколько я верст из-за одного человека проехал. Туда-сюда, туда-сюда. Так ты хоть верхом. А пехота весь тот путь пешком прошла. Ваше высокопревосходительство, Господи Всесвятый. Это сколько мы Европу топтать-то будем? Сын растет. Скоро ж сам служить пойдет-то. И снова Бонапарт, а? Я говорил, надо сразу было его расстрелять. Но да ничего. Даст Бог уж в следующий раз. Сам расстреляю. А там суди меня и государь, и Бог. А дозвольте просьбу, ваше высокопревосходительство, а? Вы прежде чем Наполеона расстрелять-то, покажите его Самойлову. А то уж больно ему любопытно, за кем же он столько лет-то гонялся, а? Однако ни поймать Наполеона, ни вступить с его армией в еще одно сражение русским войскам не довелось. Еще до вступления Наполеона в Париж союзники объявили его вне закона, а через несколько дней началась мобилизация союзных армий. Из всех своих сил Наполеон мог использовать в кампании только 128 тысяч человек, в то время как союзники
уже имели армию в 700 тысяч и намеревались увеличить ее до 1 миллиона. У Наполеона был только один шанс на победу – постараться разбить союзные армии по частям, пока мобилизация союзников не завершилась. 15 июня Наполеон направил Нея сдерживать наступление английских войск Веллингтона у Каттер-Бра, а сам 16 июня напал на прусскую армию Блюхера. 16 июня 1815 года при Линьи император разбил армию Блюхера и направил маршала Груши преследовать ее остатки. Сам же Наполеон двинулся на Брюссель, чтобы разгромить английскую армию Веллингтона. Веллингтон под давлением Нея отступил от Каттер-Бра и, получив от Блюхера заверение, что тот соединится с ним, занял позицию у деревни Ватерлоу в 20 километрах от Брюсселя. Силы союзников доходили до 70 тысяч человек при 159 орудиях. Силы французов – до 72,5 тысяч при 250 орудиях. Сражение длилось с 11 часов 35 минут дня до 8 часов вечера. Накануне прошел дождь, и все сражение, и пехота, и конница провели по колено в грязи. Несколько раз французы овладевали вражескими позициями, и казалось, что силы английских войск сломлены. Но Веллингтону вновь и вновь удавалось выправить положение. К вечеру ему на помощь подоспели прусские войска Блюхера. Маршал Груши, которого Наполеон направил преследовать прусаков, был втянут в бой под Вавром и помочь императору не смог. Наполеон бросил в бой последний резерв – императорскую гвардию. Удар намечался в центр позиции англичан, чтобы не дать им соединиться с Блюхером. Но английская пехота сначала остановила эту атаку, а потом заставила французских гвардейцев отступить. К 8 часам вечера все было кончено. Блюхер обходил позицию французов справа, а сил противостоять у Наполеона уже не было. Гвардия начала отступать. Из всего ее состава осталось 3 батальона, последний оплот великой армии Наполеона. Окруженным гвардейцам английский полковник Хелкетт крикнул: «Храбрые французы, сдавайтесь!» На что последовал знаменитый ответ генерала Камброна: «Дерьмо! Гвардия умирает, но не сдается». Существует версия, что он произнес только первое слово, а фраза «умирает, но не сдается» придумана уже существенно позже. Но после этого ответа гвардейский полк Камброна был уничтожен артиллерийской картечью. Маршал Иоахим Мюрат. После второго отречения Наполеона Мюрат покинул Францию и составил план высадки в Неаполе, в надежде, что народ Италии восстанет под его знаменем. В октябре 1815 года высадился в Калабрии, где был арестован жандармами правительства Неаполя. Через 5 дней военный суд приговорил его к расстрелу. Встав перед солдатами, Мюрат поцеловал медальон с портретом жены и скомандовал: «Сохраните лицо, цельтесь в сердце». Однако почти все выстрелы пришлись именно в лицо. Место захоронения маршала неизвестно до сих пор. Маршал Мишель Ней. После поражения при Ватерлоу пытался бежать в Швейцарию, но был арестован и привезен в Париж. Военный суд из бывших маршалов и генералов Наполеона вынес решение о своей некомпетентности в его деле, и оно было передано в палату пэров. Палата приговорила его к смерти. 7 декабря 1815 года Нея расстреляли. Расстрелом руководил он сам, поскольку солдаты не хотели стрелять в маршала. Существует версия, что расстрел был инсценирован, а Нея увезли в США. В 1821 году он якобы уплыл к Наполеону, а затем вернулся в Париж и жил под другим именем. Маршал Луи Бертье.
После отречения Наполеона в 1814 году поступил на службу к Людовику XVIII. При невыясненных обстоятельствах выпал из окна третьего этажа собственного замка в Бамберге. Возможно, покончил с собой. Маршал Луи Николя Даву. После Ватерлоу Даву выдвинул союзникам требование объявить амнистию всем лицам, участвовавшим в реставрации Наполеона, грозясь вывести армию и продолжить сопротивление. Союзники приняли его требование. Оставался единственным маршалом Наполеона, который не присягал бурбонам, и те не имели повода отдать его под суд как изменника. В 1819 году возведен в достоинство пэра Франции. Умер в 1823 году от туберкулеза. Арман де Калинкур. После второй реставрации бурбонов его имя оказалось в списке лиц, подлежавших аресту. Имя убрали лишь после вмешательства Александра I. Проживал в Париже и участия в политической жизни не принимал. После поражения под Ватерло Наполеон пытался бежать на французском фрегате в Америку. Однако возле острова Экс он был задержан английской эскадрой и добровольно сел на английский военный корабль «Беллерофон», рассчитывая получить политическое убежище у англичан. Но по решению английского кабинета министров император был отправлен на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Там, в поселке Лонгвуд, он и провел последние 6 лет жизни. Возвращение Наполеона настолько напугало союзников, что некоторые страны требовали полного расчленения Франции и разделения ее территорий между другими странами. Лишь вмешательство Александра I отвело эту угрозу. Русский император искал иного решения. Решение, которое даст хотя бы минимальный шанс установить мир. За всю свою историю Европа не знала ни единого года, ни единого дня без сражений. В войнах прошли весь предыдущий 18 и начало 19 века. Франция воевала с Англией, Австрией, Пруссией, Испанией. Испания с Португалией, Россия со Швецией, Пруссией, Францией и Османской империей. Англия находила врагов по всему миру, воюя и в Европе, и в Азии. Воевали Голландия, и германские княжества, итальянские государства и балканские народы. Только за 15 лет наполеоновских войн погибло более 3,5 миллиона солдат и мирных жителей. Казалось, что вся история человечества навсегда останется бесконечной чередой кровопролития и агрессии. Александр хотел дать Европе хотя бы один шанс остановить этот ужас. Всего за несколько дней до битвы при Ватерлоо завершил свою работу Венский конгресс, созванный по его инициативе. Усилиями конгресса была сформирована Венская система международных отношений, известная под названием «Система европейского концерта». Так началась новая эпоха. Эпоха баланса сил между европейскими государствами, основоположником которой стал российский император Александр I. Венскую систему международных отношений называют первым примером коллективной безопасности, которая оставалась актуальной на протяжении 35 лет до начала Крымской войны. Именно в ее рамках впервые было сформулировано понятие «великие державы». Оставаясь формой гегемонии больших государств, эта система впервые эффективно ограничила свободу действий этих государств. Несмотря на войны, революции, международные кризисы, она осталась практически неизменной. На Конгрессе окончательно оформилась и многосторонняя дипломатия. Систематизированы дипломатические ранги – посол, посланник и поверенный в делах. И 4 типа консульских учреждений. Были определены дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа. Так заканчивалась эпоха революционных и наполеоновских войн. И начиналась эпоха европейских империй. Русская армия навсегда покидала пределы Франции. Ваше благородие, что там? Не нашего ума дело. Велено ждать, ждем. Так мало ли что. Государь велел ждать. Умолкни и жди. Ха.
Европе все тихо. Вот только из России сообщают. Что? Здесь список офицеров, тайные общества, союзы, братства. Поговаривают о Конституции, а некоторые даже... О чем? Говорите смелее. О свержении императора? Это не проверено, но это не шутки. Источники надежные. Ваше Величество, боевые офицеры – народ решительный. Мне не за что их судить, поскольку сам был таким же, как они, и решительным был. Речь не просто о свержении, а о покушении на жизнь. Хорошо, давайте. Ваше Величество, не сегодня-завтра. Не сегодня-завтра в мире может измениться решительно все. Император может влиять на ход истории, но остановить его он не в силах. Благодарю вас. Казаки, смирно! Самойлов! Я, Ваше Величество! Послушай-ка, братец, тут слышал я, что у тебя есть один портрет. Портрет? Личность, так сказать. А, так точно, Ваше Величество! А не подаришь ли ты его мне? Ну, взамен на другой портрет, разумеется. С прибольшим удовольствием, Ваше Величество. Мы уже столько лет с ним вместе сроднились. Да что уж теперь. А вот тебе взамен другой портрет. Георгий Победоносец русскому казаку куда как более идет. Рад стараться, Ваше Величество. Ну, пора домой. Пошла, пошла. Вперед! Пора домой. Это точно. Самойлов! Я тебя убью! Домой! По коням! Слушай, по коням! Исаул Карпов проживал в своем имении на Дону. Служил на Кавказе, затем в Польше. Казак Самойлов убит в схватке с горцами в 1817 году. Генерал Ермолов в 1816 году назначен командующим русским корпусом на Кавказе. Командовал русскими войсками в годы Кавказской и Русско-Персидской войн. Скончался в 1861 году в возрасте 84 лет. Император Александр I скончался в 1825 году в городе Таганроге. После его смерти в декабре того же года в России была совершена попытка вооруженного переворота, известная как Декабрьское восстание. Многие из мятежников были участниками Отечественной войны 812 года и зарубежного похода русской армии.